Пам-пам. Так. Всем привет! Я захожу в свой город. Андрей, а теперь город мой. Мне так игра пишет. Что она тебе пишет? Что город мой. Так вот, всем привет! Мы продолжаем играть в Sandrock. 5 миллиардов лет прошло. Макс. Чё? А ты знаешь, какая единственная территория на этой планете? Которая по праву обладания не принадлежит России. Надеюсь, это не политика опять, Андрей. Естественно, это она самая. А чё ты на стриме ее говоришь? Я говорю, никаких политических тем на стриме, все. Ну что, весь мир России. Нет, все, Андрей, не надо. Серьезно, нет. А знаешь, почему? Типа, хочешь посраться, типа, начни говорить про политику. Вот такое ощущение, то, что ты хочешь. Я даже не буду спрашивать, почему ты так думаешь. Потому что Косово Сербия. Нет. Ты нахрен. Ладно, все. Не одобряем Андрея всеми членами, которые... Мы с ними одобряем. Ладно. Заходи мне туда. Андрейша пишет, что возможно меня это... На меня вот скибербабулись, потому что это как раз автор, который Балтику сделал, вот этот говёный. Было бы забавно, если бы у тебя был бы единственный просмотр, и этот комментарий, это реально был бы автор Балтики. Так нет, проблема в том, что автор Балтики мужика записал. А, это жена мужика! Ну, жена, да, его жена. Тогда два просмотра. Он и его жена. Да. Ну ладно, шутка хорошая была, да? Ирина Афонина, я не буду есть мамку, я уже покушал. Какую мамку ты там не будешь есть? Твою мамку не буду есть. Ужас. Она слишком жирная для меня. Андрей! Сам ты начал эту тему! Вот ты сейчас перешел на личности оскорбления, типа, реально существующей женщины. Макс, угомонись. Это просто шутка. Это хуёвость шутка. И что? Не агрись, будь солнцем. А ты не шути так! Я спокойный. Я не позволю моему маму оскорблять, а? Не, ну на самом-то деле, мать твоя, это золотая женщина, она тебя 18 лет терпела. Угу. Я в тебе побил. Почему 18 лет? Ну или во сколько она тебя из дома выгнала? Я сам уехал. Из дома выгнала. Тебя из дома выгоняю. А меня просят удалиться. Макс, ты правильно, я правильно понимаю, что специально вышел, пока я зашел в игру, что пока я не могу зайти, я проебал весь день за тебя. В смысле? Не мог взять квесты и так далее, потому что ты вот, я гляжу, у тебя уже 2 часа дня, блядь. Что ты зашел в лобби, не дождавшись меня. А, подожди, в лобби, когда заходишь, начинается? Ты уже внутри игры, Макс. Надо ждать меня в лобби, а не заходить в город. Да заходи, блин. Типа, один день потратил, и чё? Ты просто сказал, что заходишь, и я такой, ну ладно, все. Подожди, а реально 2 часа дня? Слушай, ну мне кажется, я тогда стартовал с 12. Не ругайтесь, Андрей. Я не знал. Алло. Кто, блядь? Андрей. Андрей, блядь. Что, блядь? Чё ты там ругаешься? А что, блядь? Нельзя, блядь? Нельзя. Хуяли, блядь. Вам нельзя ругаться, Андрей. Вам это не к лицу. Ой, я без вебки стримлю. Ну ладно, все равно это не пытается. Видите, что такое? Правая часть камеры, что за говно? Ну это артефакт, который нужно собирать в музее. Зачем? За пивом, блядь. А зачем за пивом? Зачем вам пиво? Скажите мне. А мне просто интересно, а чё ты зайти не можешь? Кто же ты пипись? Пипись, а ты?
Я солнышко. Ты горишь, порассказывай. Я друга всегда дожидаюсь, не токсич. Ага. Лично шутки. Ага, да-да-да. Порассказывайте. Я вообще замечательный. Да. В отличие от некоторых. То есть в отличие от тебя же. Хорошо. Не, я вот замечательный, а вот ты токсичная сволочь. То есть ты сейчас токсичишь, и сволочь почему токсичная я? Да. Угу. Я не токсичу, я говорю факт. Да-да-да-да-да. Вот в следующий раз, типа, когда будешь меня в токсичности обвинять, я знаю, чем тебе ответить. Тем, что я солнышко. Нет, ты не солнышко. Это факт. Так, солнышко, идите сюда и шутите смешные шутки, а не вот это вот. Максим токсичная сволочь, это факт. А ты где, Макс? Факт. Так, Андрей, давай ты, короче, на ты позитиве где, будешь. Блядь? Что тебе надо? Ты сказал, иди сюда. Куда, блядь, идти? В игру заходи, блин. Я в игре дебил. Сам ты дебил. Соль купи по возможности. Дебил. Сейчас топором зарублю нахер. Да, заруби топором. На тебе, мразь, на. 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 Рассказывай мне. На. Новый пор. Так, что-то улучшать надо. Для улучшения. А, для улучшения нужен чертеж. Короче, я надеюсь, что рано или поздно крафтовые пивоварни выпустят пиво в честь тебя. Почему? Ну я смогу тогда сделать про него шорт. А, подожди, у нас. А! Фига. Чертеж изучился. Давай. Обновление теперь надо заняться. Слиток из хромистой стали. Это что вообще? Вот просто представляешь, если вот сделают в честь тебя пиво, я такой... Сегодня у нас на обзоре пиво мудило. То есть ты? Нет, в честь меня это пиво солнышко. Ага. Мне почему-то кажется, что вы, Андрей, нарваться хотите. Макс, а ты реагируй нормально, и все будет тебе не казаться. Остальную... Шутку всегда можно поддержать, если ты друг. Ты же поддержишь шутку? Андрей, не плохая шутка делай, была, мудила. Не поддержу. Там мог бы, если был бы нормальным человеком, мог бы поддержать. Я ему соли, значит, покупаю, а он... Не хрен токсич. Я не токсичу. Угу. Макс, я правда, будь солнышком, отвечай на шутку, не выёбывайся. Андрей, плохая шутка. Так, каменные листы где делаются? О, Андрей, очень плохая. Вот каменный лист. Макс, нормальная шутка. Это реакция у тебя плохая. Нет, Андрей, плохая шутка. Да, Макс. Андрей, понимаешь, шутки, состоящие из оскорбления кого-то, не очень. Нормальные шутки. Реагируй нормально, будь солнышком. Андрей, я буду хорошо реагировать на хорошие шутки, которые, типа, не оскорбляют никого. А, то есть, по твоей логике, 99,9999999% шуток в мире плохие шутки, окей? Ну, скажем так, есть определенные шутки, которые... Макс, ну, Андрей, давай так, мне очень не нравится... 99% шуток выстроено на высмеивании или оскорблении чего-то или кого-то. Ну, это, Андрей, во-первых, неправда, во-вторых, бывают интересные это шутки. Это правда, Макс. Бывают хорошо повернутые шутки, но, блин, сказать, вот ты мудила, и вот это должно быть смешно? Да. Вот я не считаю это смешно. Меня наоборот кажется, то, что человек меня зачем-то стригерить пытается. А ты не триггеришь, будь солнышко. Ну, Андрей, я не триггерюсь, но реагирую я говорю, нормально. Мне очень не нравится такая же. Я хотел бы, чтобы ты... А мне хотелось бы, чтобы ты нормально реагировал. Ну, Андрей, я не смогу нормально реагировать на такую шутку. А ты смоги. Нет. Бан Ворлда ответ. Так, это тут делается... Так, ну я поставлю каменные кирпичи. Каменные листы. Вот, они будут делаться. А каменные кирпичи. Так, для улучшения надо. Бронзовая труба, ядро алого камня. Набор для улучшения машин. А они покупаются где-то? Андрей.
Андрей. Чего молчишь? Потому что хочется помолчать. Ты опять начинаешь? Макс, начал ты? Что я начал? Выстёбываться. Что я начал? А агрита на шутки. Андрей, я не сагрился на шутки. Я попросил тебя, типа, не употреблять эти шутки. Подобного плана. Ну, что они мне не нравятся. Я нормально тебя попросил. Но тебя это задело за живое, похоже. Вот ты и ты теперь, типа, решил меня игнорировать. Хорошо. Хорошо. Так. Сколько там время? 8 вечера. Ты дальше собираешься меня игнорировать? А ты будешь себя нормально вести? Андрей, на хорошие шутки я и буду поддерживать. Нет, Макс. Что? Мы с тобой договорились, что ты на все шутки нормально. Не, Андрей, извини, у меня не получается. Я реально старался, и я больше на тебя не агрюсь, ничего, но вот, типа, просто вот нормально сказать, типа, ну, Андрей, мне не нравится это, вот максимум чего-нибудь сделать. Я не могу поддерживать эти шутки, они, типа, ну, реально не очень. Я не хочу их на стриме видеть. То есть тут не проблема в том, что я не хочу тебя поддерживать или еще что-то. Но... Как раз в этом проблема, Макс. Они как бы негативный характер. Позитивные шутки, они классные. Это была позитивная шутка. Угу. Ты бы на ее поддержал бы, и она бы исчерпалась. И было бы все. Ну ты начинаешь выстёбываться. Да, вместо того, чтобы просто поддержать. Угу. А ты попробуй, блядь. Разработка, привет. А попробуй. Я пробовал. Мне было противно. Разработка, добрый вечер. Вы покушаете? Да, ты покушал? Ты покушаешь? Да, и как там у вас погода в Москве? Не заливает вас там опять? У нас, прикинь, это в районе, где я работаю, молния ёбнула в трансформатор, и у нас не было... Да, это сутки интернета в этом районе. Разработка. Когда, типа, ты говоришь Андрею, что тебе не нравится его шутка, это, наоборот, его задевает, он такой, нет, ты должен поддержать. Вот. О, а крошка — это хорошо. Крошка, рад тебе. Крошка. Блин, вы должны были на Cooking Stream заказать окрошку, я хочу окрошку. Так сделай. Да там... Хотя... Надо правильный ингредиент подобрать. Много-много окрошки и кусок жареного мяса. Типа, кусок жареного мяса, это как тарелка для окрошки была? Ситуация мощна. Как десерт. Я уже думал, неправильный у тебя десерт, это доработка. У адекватных людей в качестве десерта это пол палки копченой колбасы. Так. Блин. Нам нужен набор для улучшения разработка машины. Разработка сказала про десерт, теперь хочу пойти еще кусок халвы Ктулху съесть. Иди съешь, то купи набор для улучшения машин. А, не, подожди, не надо, все. Я вижу, у нас один родителям их обещал отвезти этот кусок, я не могу его больше есть. Ну ты его постепенно обстругивай по бокам. Блин, где там? А, ментами было, где большой торт пришел, они начали типа объедать, но чтобы типа никто не заметил, что типа они съели, пришлось уменьшать, и в конце концов торта не осталось. Короче, Макс. Чё? Ну нравятся мне такие шутки. Ну, Андрей, типа не обижайся. Макс, да слушай, блядь, не перебивай. Да, блядь, хорошо. Я говорю, ну ты друг мне, блядь, или петух. Ну поддержи ты одну шутку раз в день. Обещаю, не буду я их часто шутить.
понял меня? Солнце, блин. Андрей, просто золотое. Мне тогда придется сидеть и типа постоянно такой думать. А, блин, вот эта вот шутка вот типа была из тех, или Андрей просто типа хренью страдает? Макс, что? Не рефлексируй. Я тебе говорю, обещаю, часто такие шутки не будут. Но хорошо. Ты их, сука, поддерживай. Ну, понял, пися? Относись нормально к тому, что я такой говорю. Блин, Андрей, понял, пися. Ты пися. Вот. И мы оба писи, все. А разработка это наш главный спец по покушатости. Кстати, разработка. Огромное тебе спасибо. Реально картой удобно пиво открывать. Прям реально, прям как я же раньше бежал без пивной открывашки в виде карты. Это просто 11 из 10. А где мы доставали алый камень? Из твердой породы. Окей. Шли спать, что ли? Снимай трусы. Там снимай трусы. А я без них. Ну. Макс, сделай конзаку кнопку. Ха. Подожди, а где ее сделать? Ну, она имеет в виду сделать голосовую забалы, наверное. Это. Только давай, только разработка. Мне нравится больше не фичха, а бадабумс. Не, ну самое ближайшее, если Андрей это будет в Дискорде использовать, потому что, типа, почему там на стриме это будет? Вау, ну не, ну, мне нравится разработка больше бадабум. Ну, знаешь, типа, эти барабаны, когда тоже хуёвая шутка, типа, бадабум, тем пьючха. Не, твои шутки на уровне... А! Не, Макс, ну мне нравится бадабум. Да, мало что тебе нравится. Ладно, у меня сейчас шутка про твою мамку еще одна родилась, но я ее шутить не буду. Я сейчас про твой анус пошучу. Шути! Так. А! Она имеет в виду, чтобы, типа, Макс, когда я шучу хуевую шутку, чтобы ты, типа, у себя в стримдеке кнопочкой нажимал, типа, такой, бадабумс или фьючха. Да что-то 6 кнопок на Steam Deck очень мало, даже я настроил переключение, но все равно как бы фигня. Неудобно будет. Ну, может и удобно будет, надо будет. Так нет, а в чем проблема? Я-то должен понять, что это шутка. Я не пойму, что это шутка. То есть я в подобную игру играю. Не, подожди, не перебивай. Я в подобную игру играю, я такой типа сосредоточен на том, что делать. Вот, и тут Андрей какую-то хрень шутит, и типа понять, что он там, блин, пошутил, мне сложно. Макс, а ты запомни одну вещь. Это очень страшно для тебя вещь, я понимаю, это очень сложно для твоего уровня интеллекта понять. Для твоего, да. Но я, блядь, твой друг, и я к тебе, сука, намеренный негатив не проявляю. Андрей, тут даже не в том, что дело в негативе, а типа в том, что такие шутки будут пользоваться... Ну, другой человек подумает, о, эти шутки нормальные на этом стриме, и будет также шутить. А потом придется его банить. Я вот такой, блин, а что это? Ну и нормально. То есть не надо создавать прецедент, что мы типа шутим так. Вот это не мой уровень юмора, Андрей. Я еще разработка. Типа, этот... Я купил себе пиво с названием Ёжик. Ёжик. Где там? Ну вот. Ну по поводу вот этого в стримдеке, да, это проблема. А ты его на стрим будешь? Ёжик. Это енот, разработка! Нет такой животное, ежик! Енот. Макс, короче, не понял отсылку, эх. Быдло, Макс, быдло. Ты быдло. Ну откуда тогда эта вот отсылка? Из чему была клаба. У меня отсылка? А? Из Comedy Club. А к какому конкретно миниатюре? Алфавит. Кавказский алфавит. Вот поэтому ты быдло. Вот опять наехал. Макс, короче, вот сейчас мы стрим закончим, я на тебя так, блядь, наеду, что у тебя попа будет болеть месяц. А. Короче, чтоб ты понимал... Так, ну ладно. Начнем с интересного момента. У себя на балконе я нашел детские трусы. Ну я знаю, что ты педофил. Педофил ты, это Андрей мне подкинул их. Ну так вот, сейчас я вижу, как с балкона свисают ноги. Детские. Короче, Максим, тебе постепенно кто-то сбагривает ребенка. Походу, я не знаю. Что-то... Не, я вначале испугался, а потом типа вспомнил, что у нас там решетки такие, что нормально люди пройдут. Я такой, ну ладно.
Бери, сначала сейчас тебе отдадут ноги. Потом потом в руки. Да. Вот, видишь, хорошие шутки. Вот, вот так шутить нормально, я поддержу. А, то есть, шутка, скажешь, ты пиво в честь тебе надо на это пиво мудак, это плохая шутка, шутка про членов. Ну, потому что ты оскорбляешь и называешь меня мудаком. Блин, ты заебись, шутка, детей, расчленение детей, одобряем, сука. В смысле, а кто сказал, что расчленение детей? Да, фу, Канза. Фу-фу-фу. Батюшка Мефодий, добрый вечер. Тихо! О, великий двуединый отец наш Кирилл и отец наш Мефодий, олицетворение пьянства. Привет, поведанным, кто ты сегодня, Кирилл ты аль Мефодий? Кирилл аль Мефодий? Макзах просыпается, а там мужик волосатыми ногами болтает. Андрей, что ли, приедет или что? Так там, разработка, там в том-то и дело, что там детские ноги, а не мужские волосатые. Детские волосатые ноги, Андрей. Да. Армянский ребенок, да? Подожди, какой бронзовый каркас? Это ёперный театр. Бронзовый каркас. Нам, у нас бронзы мало. Могу купить. Да не, не надо. Все, иди сдавай квест. Ну да, ну нам надо будет это, как оно там, за тем самым сходить. Это работает полный. Такс. Я тот самый третий брат И. Брат И. А. Нет, ты тот самый брат Глаголи, потому что есть Кирилл и Мефодий, а их алфавит называется Глаголицы, поэтому ты их третий брат Глаголи. Что тебе, блядь, и эта шутка не нравится? Не? Не знаю, так. Я ее не понял. Ну, Макс, славянский алфавит называется глаголица. Ага. Ну, а его сделали Кирилл и Мефодий. Угу. Значит, это русская версия этого алфавита называется кириллица. Угу. В честь Кирилла почему-то. Ага. Ну и вот, Кирилл раз... Кирилл красивее это... был, Андрей. Угу. А? Кирилл был красивее Андрея. Кто был красивее Андрея? Кирилл. Какого Андрея он был красивее? Не знаю. Какого-нибудь. Да ладно, продолжай, извини, что перебил. Андрей. Макс, мне понравилась фраза разработки, прочитай. Ну так-то дети одни не живут. По любому Максу и других родственников переселить пытаются. Ну тогда с бабки надо начинать. Так тебе уже, так тебя уже и переселили, все нормально. Да-да-да-да. Ну тебя-то не переселили. Я-то дед, ну, я дед. А ты бабка. Я дед, Макс? Нет. У меня есть дыропруф, доказательство, что я дед. Андрей, если ты себя, типа, деткой называешь, то это не отменяет, что ты бабка. Нет, Макс, я конзак дед, буквально. Так я и говорю. То, что ты себя дедом называешь, не отменяет того, что ты бабка. Я не бабка, я дед. Бабка ты. Детка ты. Ты детка. Не поймет меня Максим. Не пусти. Подожди, мне музыка нужна, я вспомнил, подожди. Не нужно, Макс. Что? Включишь музыку, обижусь. Почему? Потому что я играю с тобой без музыки. Включи музыку. Я молодец. Андрей, хочу. Давай я тебе расскажу, как ты очень часто что-то в Ютубе, блин, залипаешь. Я Андрей, хочу мне скучно. Я хочу разговаривать со своим любимым. А я не разговариваю с тобой, что когда не наиграет? Ты отвлекаешься, напиваешь. Наливаешь чё? Себе пиво. А то есть, когда ты поешь, типа, Рик, заливай себе пиво, чё? Ну, ты же сам сказал, что ты бухаешь пиво на стримах. Безалкогольное, но всё-таки... А, ну то есть, типа, безалкогольно бухать, это как ты сейчас колу возьмешь, будешь бухать ей, да? Не, в названии этого пива есть слово пиво, оно пиво, все, не пиво. Там написано Радлер. Макс, иди сюда, ко мне, быстро. Ну, позволь мне музыку включить. Нет, быстрее ко мне, давай, быстро. Тогда не приду, потому что мне скучно. Андрей, Макс, иди. Ты сам приводишь к тому, что я ныть начну. Макс, а ты не ной.
Что тебе надо? Я не знаю, где это. Андрей, я реально типа, в какой-то момент начну ныть. Макс, а почему ты не можешь не ныть? Потому что у тебя скучны подобные игры. А мне скучно было Rogue Trader проходить, но я же прошел с тобой Rogue Trader. Андрей, у тебя была возможность отказаться. От этой игры я отказаться не могу. Почему? Ты где, внутри что ли, или что? Я нет. Не и? Там проход есть, Максим. Вот ворота, да, заходи, вот ворота. Вот они, бля... Максим, блядь! Чё, какие ворота? Я тебя сейчас ёбну молотком. Тебя ёбну, чё, какие ворота? Вот ворота. И чё? Вот доломай, у меня энергия кончилась. Ага. Включи музыку себе, Андрей, даже разработка тебе пишет. Я хочу разговаривать со своим любимым другом. Да говорили, мы будем разговаривать, просто в тот момент, когда ты молчишь, что ты любишь делать, чтоб я до тебя не докапывался, Андрей, я буду музыку, типа, подпевать. Ты куда? Ты где, солнышко? Всё, у меня энергии больше нет. Да, блядь, я ему сказал, сломай автобус, он сказал, сломал какой-то поебень рядом с... Подожди, ты сказал сломать автобус? А, подожди. Я сказал, доломай, блядь, додик. Додик ты. Ладно, у меня много вяленого мяса, которое навалил. Ты мне просто показал эту. А, то есть я встал в автобус и говорю, доломай, сколько. Нет, ты стоял на железной плите. Говоришь, доломай. Все, доломал. Андрей, ну позвали музыку. Я обещаю, буду с тобой разговаривать. Короче, батюшка Мефодий, классический батюшка Мефодий. А чё? Сказал рандомную фразу и свалил. Стандартная тема. Так, что тут есть? Мы договорились, да? Музыка. О чем? О музыке. Нет. Ну почему? Не, мы договорились о музыке, да, Макс. О том, что ты ее не включаешь, все верно. Почему? Потому что ты разговариваешь со своим любимым другом. Ты подожди, Андрей, я тебе говорю, я буду с тобой разговаривать. Не будешь. Буду. Я не, Андрей, тогда знаю, выбирай. Либо ты позволишь мне музыку включать, либо, ну, по утрам я доброе утро не буду говорить. Потому что я буду злой. Не шантажируй. Нет. Ну ты меня шантажируешь? В каком месте? Ты сказал, я если включишь музыку, типа, то-то-то-то. Это не шантаж, что ли? А что я сказал, что я сделаю, если включишь музыку? А я не помню. Ты вот там да нет, потому что я нихуя не говорил. Ну вот так музыку-то можно включить? Нет. Почему? Потому что если ты включишь музыку, я сделаю тот-то-то-то. Что ты сделаешь? Тот-то-то-то. Какой тот-то-то-то? Тот-то-то-то-то-то-то. Да включай, Макс, я же... Ты что не слышишь, что я над тобой издеваюсь? Не знаю, Андрей, я не знаю по поводу этого. А ты знай. Так, пила из залова камня. Я могу? А. Только я, стоп, я тебе разрешаю включить музыку при одном условии, маленьком. Каком? Одно из писем, что ты будешь слушать, будет шаман, я русский. Нет, смотри, я королю шута включу. Смотри, нет, типа, это очень политическая песня, на мой взгляд. Макс, это патриотическая, а не политическая Андрей, песня. Андрей, типа, вот все патриотическое мимо меня, пожалуйста. То есть ты... А, ну... И после этого ты говоришь, что ты не вырвешься, Максим. Я не... Правда, без негатива к тебе. Просто у меня есть определенные, как бы... Скажем так... Понимание, типа, как нужно проявлять патриотичность и что за ней стоит. И вот... И что типа... плохого в песне? Проблема, возможный смысл, которая она может нести для определенных людей. Итак, у меня не политические стримы, я не хочу, Макс, чтобы Макс, у меня Макс. Это было. Что?
если я захочу, я могу доебаться, блядь, до песни, от улыбки станет здесь светлее, приплести к ней, блядь, ЛГБТ-пропаганду нахер. Ну это ж не значит, что нужно быть долбоебом и так делать. Ну, Андрей, не стоит. Ну, как бы, я прошу, не надо. Типа, я не говорю, что песня плохая и так далее, но я с этим ничего общего не хочу иметь. Ну это значит, что ты стыдишься того, что ты русский. Значит, ты вырушишь. Все логично. Андрей. Да, Макс? Прошу вас. Хватит. Нормально попросил первый раз, нормально попросил второй раз. Так я прошу пою третий раз, а вас это не останавливает. И то, что мы с вами говорили про то, что типа, чтобы я на вас не токсичил, не агрился. Типа, вы должны, когда я что-то так прошу, типа, прекращать. А вы почему-то не прекращаете. Так я ничего плохого не говорю. Ага. Я вообще солнышко. Да. Вырос, видимо, это похвала. Вырос это человек, который, не считая, являясь русским, стесняется того, что он русский. Это ты. Я никогда не говорю, что я стесняюсь, что я русский. Я всем говорю, что я русский. Короче, как день прошел, вырос? Андрей, еще раз меня так назовешь, поссоримся. Так как день прошел, ты ответишь? Нормально, обратись. Макс. Что? Не тактич. Слиток из марганцевой стали. Короче, разработка, шутка 10 из 10. Ты красавица. Только вопрос. Ладно, похер ветер, похер жара. А почему песок? Я еще не настолько старый. Андрей, с тебя ж сыпется. Нет. Что нет? Я нихуя не сыпется. Сидит Андрей так, короче, посередине юной пустыни. Ну, говорю, я ничего не сыпется. А че квестника не пошел сдавать? А потому что я не понял, как туда пройти. Короче, давай спать, похуй. Так подожди, в смысле спать 8? Блять, давай косплеить Андреша. Он ловится. Ладно, пошли, 8, да. 8 пошли. Косплеим Андреша. Скажи, пук-пук, я Андреша, пук-пук, я спать. Он занял мою кровать. Разработка, так почему песок, я тебе понять не могу, объясни. Да буря в игре. Не, она говорит, что это из-за душного конзака. Так вот, я могу понять ветер и жару из-за меня, но почему песок? Это в игре не песчаная буря. А, ну смотри, типа, в игре песчаная буря, да? Но она не песчаная буря, это типа буря, которая создана твоей духотой. Теперь понял? Разработка. Уточни, ты Андрей, собираешься как за косплей? Нажраться вкусного или пойти спать прямо сейчас? Кидать этот попкорн, смайлик с попкорном. Походу, кстати, с камеры, типа, полностью свалил с канала, не знаю. Что ты взял? Не знаю, его давно не было. Кстати, я, ну, может, вот ситуация это... у него как бы хреновая, но раньше там хотя бы заходил. Рассказать. Мне вот этот новый. Макс, мне вот этот новый смайлик с попкорном нравится. Так Андрюша уже скидал его, или ты ему кидал его. Но я уже ему кидал. Да, классный смайлик. От улыбки. Короче, Максим. Чем? Давай споем хорошую песню с тобой. Давай. А чего так в России березы шумят? Отчего белоствольные так понимают? Что наелась вкусного и завалюсь спать. Ну, я никак не реагирую на нее. Как там? Так. Блин. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березы упал на плечо, он, как я, оторвался от ветки. Тенор. Тот еще тенор, бля. А нахрена ты этот автобус сломал вообще? Ресурсы. А какие? Металлолом, железо, такие пружинки.
Что там делаешь? Там не сдохнешь? На меня ёбот напал. Ну. Я ж в прошлый раз там изнасиловали. Кстати, Редработка, какая твоя любимая песня Расторгуева? Кого? Ну, любе. Сейчас Редработка говорит, я и сам Расторгуев. Я ее видел, она не похожа. Не знаю, давно ты Расторгуева видел? Ты хочешь сказать, что Расторгуев из низенького коренастенького пухленького мужичка превратился в молодую, стройную, красивую девушку? Да. Типа, начал собой заниматься, перестал бухать. Рокетмен. Он, ну хоть музон, а я-то думал, что ты не тем будешь загнуть. Конечно. Рокетмен. О. Кофемен, какая у тебя любимая песня Расторгуева? Макс, включи для разработки самоволочку. Кого? Самоволочку. Включи самоволочку. Песня такая у Любе. Зачем? А разработке она нравится, блин, Максим, не тупи. И меня Любе слушаем. А давай слушать Любе. Зачем? Почему нет? Так, что у нас тут есть? Давай, Максим. О. Пой самоволочку для разработки. Я не знаю самоволочку. А ты погугли текст. Мы же играем. Так ты все равно нихуя не делаешь, просто музыку слушаешь. Чего ты взял? Так, слипы. Сам так сказал. Так, медная шестерна. В смысле, ни хрена не делаю. Я говорю, типа, чтобы мне скучно не было. Макс, а пошли в Stardew Valley, я тебе там разрешу музыку включить. Нет. Там же раз, два, три. На три надо будет 9. Нормально. Блин, бронзовые плиты нужны. Как делаются бронзовые плиты? Бля, сколько здесь понадобится? У нас 6. А, не, его достаточно, кстати. Ну ладно. Куда у нас движки? Я с этого... С Мерседеса губернатора этого города скрутил. О. Или мэра, или там... Акима, или... Так, сколько... Так. Не надо включать, я вообще от музыки на стримах устаю. В смысле? Это как? То есть то, что я сейчас слушаю, ты от этого устаешь? То есть, блядь, я иду по сюжету, делаю игру и так далее, а Максим где-то там пук-пукает, и в итоге рвения, сука, у меня нету. Не понял. Ничего. Чё? Так, по-моему, казак как-то не заинтересован в Сэндроке и не вижу рвения. Разработка золотой человек. Вот. Макс, всякий раз, когда я думаю про разработку, я все время хочу ее обнять. Правда, иногда за шею. Это угроза, Андрей, я думаю. Не, ну шутка хорошая получилась. Так я ж не спорю. А я что по-твоему сейчас делаю, блядь, дядя? Я знаю, что сейчас делаешь. Так, машина, которая сортирует неотработанные камни, иногда находит редкие драгоценные. Хрен его знает. Блин, 39, а хрень что? Разработка, короче, когда мы с тобой в следующий раз вживую увидимся, я сначала дам тебе вкусной еды, чтобы ты была покушатая, а потом пока отвлечешься, я тебя прибью. Какая-то угроза. Макс, help me! Я тебе говорил, тебя там изнасилуют, блин.
Так я, блядь, не иду по сюжету. Какого хуя ты где там лазишь, блядь? А чё ты не сказал, что идем по сюжету? Я сказал. Когда? Надо было сказать, Макс, пошли. Я такой, а, да, идем. Я сказал, Макс, пошли. Извини, я не понял. Давай, веди. Он говорил, что мы по сюжету пошли? Че, где ты? Я грифом бы ответил, но думаю, можно, ты можешь по карте посмотреть. Вот я тоже, Капимат тоже говорить не слышал. А нам сюда надо, вот в эти ворота? Нет, обойди слева, блин. Там где ёбаты были? Да. А если они меня убьют? Надо вниз идти? Подожди, а где тут? Так, ладно, давай, раз это сюжет, что происходит? Блять, мы строим хуйню-хуйню, иди сюда. Хуйню-хуйню. Куда я тебя убил-то? Ёбан. Его уже убил. Ломай. А ты чего не ломаешь? У меня энергия кончилась. А чего она у тебя закончилась? Потому что я уже много сломал. Ну тут за вашими словесными потоками невозможно следить так-то. Зачем? О, здорово, Андреш. Андреш! Скажи! Ну, возможно, тебе покажется, что это наезд. И ты будешь прав, это наезд. А может, и не наезд. Так вот. Ты этот, в Discord вообще не заходишь или что? Я просто тебе парочку раз, типа, писал, а ты ничего не отвечаешь. Че? Ну, это, если что, привет, как дела? Ну и на вопрос про Дискорд все-таки ответь, потому что, типа, иногда я думаю тебе что-то написать, а, типа, такой пишу, а ты не отвечаешь. Типа, ну, зачем ты ему пишешь в Дискорд? Не знаю, потому что он мне в Дискорд обычно пишет. Ну вот, это все логично, он тебе писать должен, а читать тебе не барское это дело.
кажется, возможно. А, недостаточно воды. Андрей, воды недостаточно. Так, направь, блин, Максим. Нет. Что нет? Я только 3 единицы воды могу заправить. А это тут чё? Подожди, а тебя углушить можно? А чё даст? Вместимый с резервуаром будет больше. Угу. Железная плита, клапан. Хоть клапан нужен. Сейчас тебе клапан прорвет. Может тебе? Мне уже прорывает, я отойду. Ой. Ну вот как-то так. Бля, еще раз айс воды делать? Как вообще денек? Да нормально. У меня его, как обычно, готовили покушать питонец. Так, свиток Моргенцовый сталый. Вот. У тебя что как? Ничего. А, смотри, у нас есть блендер. Ну, кстати, улучшать. А что тут можно сделать? Кровоостанавливающее средство. Фига себе, тут кровотечение есть. 10 тысяч лекарств, джем из песчаники, мука. О! Ну, это можно будет сделать. Ага, эта штука тоже улучшается, да? Так, гранитная плита. Для этого нужен гранит. Мать и камни. А что-то гранит, по-моему, вообще не выпадал, не? Ну вообще, если я глянул, тот же режим играл, да. Да, в поля сражения я играл. Что там друг друга тентаклями тянетесь? Что такое? Стальные кино. А ты не завидуй. Че? А ты не завидуй. Тебе никто не тянет. Да. Порассказывай мне тут. Так, железная плита, клапан. Андрей, нужно 2 клапана. Зачем? Для улучшения водоснабжалки. Ну не водоснабжалки, короче. Вон вода. А. Ну что я не скули? Я думаю, нельзя, Андрей, не скули. Андрей, тебя тихо слышно, что там делаешь? Так, где это? Можно ли включить уведомления в Дискорде только для одного человека? Для одного, думаю, нельзя, да. А для двух? А для двух можно. А для трех? Не, уже нельзя.
А для четырех? Ну вот это если типа подумать. А для пятерых? Ой, это уж дикари. Я типа умею считать только до четырех. Но вода нужна. Нынешнее количество воды не справляется с нашими, типа, этими потребностями. Интересно, есть ли смысл смотреть запись стрима по, видимо, Хартстоуну? Если там все строится на том, что ты бомбишь на рандом. Не знаю. Где я там на всех стримах на рандом бомблю? Во всех стримах. Не, ну в смысле, я там классно играю, но меня рандом, короче, уничтожает. Так, слушай, можно еще одну такую штуку поставить. Там Леню надо. Сборщик росы. Кстати, Андрей, мы вот с Максимом поговорили и пришли к выводу, что до меня докапывается не автор Балтики, а жена автора Балтики. Да. Жена, да. Эх, обидел ты жену. Создателя не, Балтики. Не, ну просто Андрей написал, Балтики. Что до меня докопался, это автор Балтики в комментариях. Но там докопалась женщина. Так что логичнее предположить, что докопалась его жена тогда. Ну, Андрей почему-то откуда-то знает про Балтики. Макс, я автора Балтики знаю, потому что его имя, блядь, написано на банке. В смысле, его зовут Балтика, что ли? Его зовут Дмитрий Афонин. Хорошо. Дмитрий Балтиков. Да. Дмитрий Балтийский, Балтика. Макс, ты спать, блядь, пойдешь, дядька? Да в смысле еще кто в пол одиннадцатого? Это полдвенадцатого. Пора спать, по мнению Андрея. Так, по мнению Андрея, мы уже просыпаться должны. Как успехи с питоном? Ну, я очень специфично два дня подряд пытался одну задачку решить, сегодня решил. Ты типа оставил со словами, да пошел на нахрен, короче, пошел по длительному пути и сделал. Же там типа реально конченая хрень была, и я такой. Хорош, ну да. Нет, там задачи из разряда Simple. То есть Elementary я все закончил. Elementary Plus тоже все. Сейчас Simple идут. Ну то есть это даже не средний уровень. То есть ты сейчас задачку про Simple решаешь? Да. Там задачка. Как серьезно симпить, Андрей? Низко, никак. Я никого не симплю. Я слишком ленивый и бедный для этого. Мне кажется, ты Балтику симпишь. Я ж ее ругаю, а по твоей луке я должен ее наоборот как-то хвалить. Ну ты это, цундеры. Ты. О! Там же этот, объявили второй сезон твоего любимого аниме. Какого? 100 девушек. А при чем тут мое любимое аниме? А тебе он не нравится, что ли? Ну мое любимое аниме так-то это No Game No Life. Не, вот это говно. Сам ты говно. Не-не-не. Да-да-да. Не-не. Да-да-да. Не-не.
Да-да-да. Да. Вот скажи, Андрей, тебе нравится No Game No Life? Если что, правильный ответ нет. Если что, за правильный ответ нет, ты будешь перманентно забанен на этом канале. И ты? Нет, Андрей. Что ты, Андрюш, угрожаешь? Сколько раз говорит? Тем более, на правду не надо обижаться, что они мы фигня. А что это? Да я вот тоже типа, что это? О, а подожди, Андрюш, ты говорил, что в понедельник посмотришь повседневную жизнь с девушкой монстр. Я теперь понял, почему я Андрюшу не видел. Понедельник. Ладошки стер. Ладошки стер. А выше написал? Так, блин, я такой сыч, у меня мобила всегда беззвучная, с выключенным уведомлением, так что целая проблема до меня записаться. А где ты? Подожди. А, во, блин, я не могу посмотреть про монстров по совету Макса. По моему совету. Да! Андрей, по моему совету, да? Ну, я ему говорю, что ни в коем случае не смотри, так что по твоему. Блин. Не, подожди, ты ему говорил, типа, только под выпившим смотреть. Ну, Андрей столько не выпьет. Ну, капельницу поставят, пускай. Просто ладно, так как кому-нибудь так... К тому, как я. Ну, Андрей-то на алкоголь слабенький. Ему пробочку понюхать, он под столом уже спит. Угу. Интересно, конечно. Чё там надо? Шерстяная ткань? Что это? Вообще где делают? Есть тонкая нить какая-то. Шерстяная... А, шерсть якмеля, в которую шерстяную ткань переделывается. Где у нас есть? Подожди, что-то. А, вот пока. Андрей, не нужно тебе смотреть повседневную жизнь. Ты столько алкоголя не выпьешь. А вдруг выпьет? Даже я уже столько не выпью, потому что я постарел. Так, ты меня сегодня, по-моему, на аниме стриме, видимо, после пивных сомбелья, плюс ты даже хотел устроить приватный совместный просмотр. Не, ну приватный просмотр это другое. Там мы будем удерживать тебя. И в приватном просмотре Максим будет эту хуйню смотреть про Садамаза волшебницу. А я уже досмотрел. Фигово закончилось. Это они все переебались? Да вот в том-то и дело, что должны были, а они переебались. Я все ожидал, они такие... Только голые бегали и изнасиловали взрослую тетю, что то маленькая девочка стала. Ну, я такой, ладно. Хорошо. Блин, вот это все улучшено, да? Реинкарнация, стоп, кофеман, ты про реинкарнацию безработного или про что? Внезапно врыв, не знаю, за No Game No Life, но вот реинкарнация это редкостный кусок. Не, реинкарнация, она относительно хороша до Академии. Вот Академия это просто такой шлак начинается. Просто ужас. Я там сразу дропнул. Это единственный практически иссякай, который мне понравился. Но пока что, типа, только Катюха остается. Что за Катюха? Макс! Что? Да подожди. Да вчера я, типа, название неправильно сделал. Моя реинкарнация в том игре в качестве владейки. А-а-а. Или перерождение. Перерождение. Иссякай. Андрюш, ты уже должен знать эти слова. Хотя мы хоть один иссякай на стримах смотрели. Наверное, нет, потому что я, типа, я всех в жопу посылаю. Смотрели. А что смотрели? Деревенская глубинка, там, где городская девушка, городская девушка истекает ложь в деревню. Это так называется, да?
Так, что можно? Так, так, так. Миди мало. Кстати, чтобы ты понял, что Андрей тоже из Исикая. Он из Казани исикайнулся в Москву. Ну, это вообще... Так, ты на Сёдзе с реверс гаремом перешел, Мак? А там не реверс гарем, там гарем всех. Да и персонаж просто не бесячий, серьезно. Вот. Там. Там, ну, главная героиня, персонаж. За ней интересно наблюдать. Там есть бесячий персонаж, это ее брат. А он чем бесячий? Твоим поведением. А какое у нее должно было быть поведение? Блять, Макс, ну извини меня! Жених! Официальный принц! Подкатывает ну... шары к своей невесте! Он такой, не-не, не подкатывай к своей же будущей жених шары! Ты чё? Ладно, Андрей, ты, видимо, не совсем понимаешь, что такое Атомы игры. Я сейчас, короче, читаю, ну... Чтоб понимать, на что я нынче перешел. Я читаю китайскую... манхву про то, как деваха реинкарнируется, иссякается в разные миры, находит там изменщика, а нет, она реинкарнируется в девушек, которые бросили, чтобы отомстить изменщику, который их бросил. Надеюсь, она изменщику стальную трубу в жопу забивает? Не, первого она поделала все так, что типа тот, кому он ушел, она его убила. Второй суициднулся. Третий перестал быть вампиром и живет бедной жизнью. А, то есть, и ненавидит, короче, свою невесту. Я просто выиграю на происходящее. То есть, короче, за то, что просто кто-то расстался с девушкой, она ему тупо жизнь ломает. Ну, не совсем. Ну, короче, в первой это как этот монолог фармацевта. Там император, короче, типа от своей невесты. Ну, одну из императриц. Ради другой девахи, которая как раз реинкарнировалась в этом мире и воспользовалась этими знаниями, он, короче, типа, ну, типа, повелся на ту деваху и, типа, ее кинул. Ну, тут как бы сам идиот. А второй, типа, сдал свою будущую жену, вроде, типа, этому. А, не будущую жену. Он сдал деваху, с которой встречался, типа, главе киностудии, чтобы получить роль. А та после этого, короче, спилась и покончила жизнь самоубийством. Вот. И там вот это вот все, грубо говоря, отмоталось. И, типа, та провернула так, что это, наоборот, от этого мужика все отказались. А третий, будучи тем, то, что ему судьбой было предначертано, будучи вампиром, жениться на другой вампирше, кинул ее, сдал ее охотникам на вампиров. И ушел с какой-то девахой жить. Но деваха была богатая, он был вампиром. И та провернула так, что деваха перестала быть богатой, а тот перестал быть вампиром. И, короче, те разосрались. Вот. Ну, то есть, все как нормально происходит, да? Ну, я немного прочитал, грубо говоря, три арка. Так. Осуждаем суицид? Да, осуждаем. Так, а че в Майнкрафт не пойдете? Это хотя бы экшен какой-то. Здесь тоже экшен. Бей! Правда, про стальную трубу в жопу, я как раз я плюю на ваши могилы и отослался. Так, за главной героиней интересно наблюдать, потому что она героиня? Не, бывает иногда главная героиня, за которой неинтересно наблюдать. Бывает главный герой, за которым неинтересно наблюдать. Это все Аяши поголовно. Или, типа, вот в Исикаях вот эти вот абсолютные персонажи, которые вот ни хрена не делают, грубо говоря. Но они уже идеальны. А вокруг него там, типа, гарем появляется, еще какой-то поебень. Боженька дает ему богоподобные силы, ваншотит сатану одним ударом. Ну да, там что-то из такого разряда. И типа из этого можно было интересно что-то бы провернуть, как, допустим, в Ванпанчмене, но вместо этого это какая-то... Ну, знаешь, допустим, тебе где-то лет 8, и ты такой, тебя обижают в школе, и ты такой, блин, я перевернусь в другом мире, и, короче, всем наваляю. Вот что-то на таком вот уровне, вот, 8-летний. Ну, давай так, на самом-то деле, где было бы, как ты перерождаешься в другом мире, и все равно наваливают тебе. А, по-моему, есть такое?
Похоже на фильм «Я плюн...» А, я понял. Блин, есть фильм? Ладно, я не видел. По-моему, во всем этом спиче так и не было названия. А! Как оно там называется? Изменщик должен умереть. Во. Доброе название, духовное. Да. Почему ну, как бы первые двое погибают так-то. Почему компартия не отобрала кошка жену и не отправила в лагерь куйгура этого автора? В чем проблема там? Не, серьезно, почему должны были? Потому что умереть, все это плохо, это ай-яй-яй, расстроит китайская партия. Вот. Антипропаганда семейных ценностей. Минус кошка рис. Кошка рис. Ну, кстати, про императорскую семью я вот не знаю, хотя у них, наверное, сейчас плохое к ним отношение. Я не знаю, вот к своей истории Китай как относится. Вот это вот, то, что у них императорская семья долгое время, ну, скажем так, задерживала их в развитии. Я вот, кстати, вообще не курс по поводу этого. Да. А еще, типа, этот, по совету Гигука надо будет попробовать почитать. Блин, как там она называлась? Она мне открыта в закладке сейчас. Всеведущий читатель. Но времени нету. Почитай убийство лысого в подвале. Зачем кто-то тебя убивал? Я не лысый. Уверен? Да, я не в подвале. Хорошо. Ну, а, то есть, получается, когда ты будешь в подвале, это будет про тебя? Нет, я не лысый. Ну, ты обманываешь. Лысый у нас в Тимоксе. Вот. А, еще, типа, когда глава выходит, читаю манку про то, что у парня 4 квадриллиона юаней, и вокруг него девушки, которые... Блин, как там правильно? Они не меркантильные, но 50 баксов есть 50 баксов. Там как-то так. Тарелочницы? Да не, не тарелочницы. Ну, там просто реально очень угарно. Он получает типа систему. Ну, знаешь, как в этих высекаях, там у тебя система есть, которая там говорит, нам получаешь и так далее. Вот, у него в какой-то момент появилась эта система и говорит, у тебя 4 квадриллиона юаней, но можешь ты тратить их только на девушку. И что-то, по-моему, когда ты отношения с ними повысишь до 96, видимо, из 100, но пока что типа, не очень понятно, то ты, короче, получаешь кэшбэк 10%, и этим можешь на себя деньги потратить. Ну и? Ну вот, и, грубо говоря, вначале такое ощущение, автор вообще женщин ненавидит, думает, что все они ради денег там. Вот, и там, чё не деваха встретится, то, короче, этот, главный герой там всякую дребень покупает, из-за этого у нее типа, к нему симпатия растет и так далее. И, ну, и там все вот так, этот, по восходящей растет, то есть вначале с какие-то покупки обычных вещей, потом какой-то ебаный Раэль покупали, который стоит дохрена денег, там, какие-то торговые центры. Тут он что-то поехал вертолеты себе покупать. Я такой, типа, просто смотрю, такой охреневаю с происходящего. Притом видно, что автор вообще не думает на будущее, то есть какие-то странные хрени мутит. В плане того, что за девушек, если ты их завоевал, можно какие-то навыки получить. И тут он, короче, типа этот, за деваку может боевые искусства получить. Но до этого, как бы, у него была возможность повышать параметры, у себя силу повысил, и все, и, ну, в драке, короче, всех расфигачил. И ты такой сидишь и думаешь, а нахрена тебе навык, типа, боевых искусств, если ты и так всех расхерачиваешь? Ну, красиво всех расхерачивать. Ну, я не знаю. То есть, типа, оно настолько тупое, что из-за этого, как бы, тебе даже интересно, что дальше будет. И все там из разряда, чувак реально хуйню творит. Но все вокруг уже думают, что у него какой-то мегаплан. И он даже сбывается. А он просто такой, типа, пытается найти женщин, чтобы потратить на них деньги. Потому что он с этого кэшбэк получит. Ну, остальные-то этого не знают, то, что он как бы кэшбэк получает. Он постоянно, они такие постоянно. Блин, он сейчас ей купил торговый центр, чтобы там внутри построили стриминговую компанию, чтобы, типа, саму прорекламировать что-то там. А прорекламировал он при помощи стримерши, который задонатил там 1 миллион долларов.
И что это такое? Ты сидишь такой, типа, ёбаный в рот. А еще, если, типа, японцы пытаются исекайнуться корейцам, чтобы попало, типа, этот, фэнтези в наш мир, то китайцам, походу, хочется заполучить возможность, типа, просто, чтобы у них было дохрена денег. Вот. Я вот так вот разделил манги, типа, по странам. Потому что такой хренотени оказалось много. Так, учитывая, что есть миллион и одна работа по сеттингу исторического Китая, не думаю, что у них какие-то прям жесткие проблемы с историей. Нет, с историей у них нет проблем, они очень ей гордятся. Просто, как бы, императорский дворец, это была, ну, практически страна внутри страны, которая управляла всем. Где была толпа гарема, где император по щелчку трахал кого захочет, хоть евнуха. Вот, и как бы учитывая, ну, сейчас у них коммунизм, вроде. Там, у них. В смысле, а у кого коммунизм? Не у них? У них не компартия? Ну, короче, то есть... Макс. Китайцы, извините, я вас люблю, вы солнышко, у них компартия. Хорошо. Иди квест давай. Эх, токсик. Ну вот, так что, ну вот, и учитывая, что, ну, ни для кого не секрет, что... политика императорского дворца, она очень серьезно замедлила Китай. То есть, вот, серьезно, когда, наверное, Александр Македонский... Да, блин, не, ладно, не помню, что там по годам, но, короче, смысл в том, то, что они опережали весь мир во всем практически. А потом, короче, у них в течение тысячи лет просто развития никакого не было из императорского дворца. Потому что все блокировалось. Эй, мало того, исследования даже не проходили, они очень часто деградировали. Давай так, и как называется? У японцев нет проблем с сёгунами? Слушай, у них там столько сменилось, и... Ну, типа... Блин, вообще стоит разделить понятие сёгуна и императора, это все-таки разные вещи. Ну я ты говорил, что у них нет проблем, все равно проблем с сёгунами. Так потому что сёгуны это у них практически герои своего времени. Да, которые тоже сделали то же самое, что и по твоим словам император Китая. Так подожди, там у японцев тоже самый император, типа этот, короче. Макс, закрыл страну от других именно сёгунами император. Я что ли закрыл, да? Макс, да, закрыли сёгуны, а потом пришли люди, дали пизды сёгунам, сказали, император, правь нами, император, окей. Не, подожди. Страну закрыл еще император. Сёгуны. Сёгуны в Японии закрыли страну, Максим. Это тут Токугавы. Токугавы закрыли, да? Да. А что-то, по-моему, тогда ненадолго получается. На 300 лет, да, ненадолго, согласен. Там, типа, когда американцы приплыли, типа, им похрен, ну, кто для кого что закрыл. Да. Окей. А, не, ну да, там же было, по-моему, связано с тем, что, типа, этот, португальцы же их жестко обворовали. Не? Ну, короче, они очень серьезно обиделись и на 300 лет закрылись. Нормально. Но, типа, я не историк, поэтому могу. Так. Давай так, Кофемен. Если говорить то, что в КНДР коммунизм, так как бы так сказать? Я бы сказал, что в КНДР уже скорее монархия, чем коммунизм. Я-то... Ну ладно. А ты хочешь сказать нет? Сейчас власть передается от отца к сыну. Этих правителей, этих, как называется, считают чуть ли не богами. Боже, у них разделения нету, типа, власти? То есть, все ну, этот... Всем этот управляет? Все, великий вождь? Ким. Ким Чен Ын всем рулит, да. Ну ладно, ну можно. Типа, серьезно, я последний вроде не особо не слышу.
что Китай... Как рассказывал, я видел в интернете шутку. В СССР, КНДР, тем... Понятно. В СССР тоже, типа, этот... Неидейный коммунизм, грубо говоря. Ну, давайте так, нет ни одной страны, в которой был бы нормальный коммунизм. Хорошему. Но, там мы... Ну, как коммунизм, по идее, должен был бы работать на уровне того, что типа в мелких группах избирает представителя, он идет, типа, с другими группами объединяется, ну, представителями других групп. Они вместе выбирают тоже представителя среди себя, и вот такая вот пирамида наверх устраивается. И, по идее, оно должно было бы работать так, если я правильно. Ну, в Китае и, так примерно не работает. Нигде оно так не работало. В Китае примерно так. Ну, ты говоришь, что не так. Я говорю про Корею, дебил. КНДР это Корея, Китай это КНДР. А, все, я понял. Так Кофеман-то про Китай пишет. Все, да, я, да, все, я понял, про что ты говоришь теперь. Да, это, ну, про КНДР, да, ты прав. Я что-то подумал, что это про Китай говоришь. Макс, ты можешь делать шестерню из марганцовой стали? Марганцовую сталь я делал. Шерстерню из марганцовой стали. Наверное, могу. Давай посмотрим. Ну, сталь у нас такая есть. Надо проверить теперь, можем ли мы что-то делать. Я сейчас танки улучшал какие-то, возможно, в них можно. Да, могу. Три штуки. Тогда я принимаю квест. У нас на остальные материалов нет. Максим. Что? А ты солнышко или пища? Я солнышко. Возьми с полки огурец и сядь. Нету огурца. Огурца нету, а огурец есть? Чё? Ты сказал, нету огурца. Я говорю, огурца нету, а огурец есть? Огурца нету. Так, ладно. А к этому я к чему писал? Сравнение коммунизма в СССР в Китае. Но почему же начальный период СССР вполне себе условно нормальный и идеальный до 30-х? То есть когда он строился. Ну пока власть не устоялась, да, было так, а потом уже люди не хотели терять то, что получили. Там в СССР периодов-то было 4 или 5 даже. Ну, при каждом новом вожде свой период. Ну, не, там все равно были, как бы, грубо говоря, одинаковые. Говорю, Сталин, потом Хрущев. А Ленин не считаешь? По... А? До 30-х это Ленин, как бы. Да, Ленин, что там? Идеальным, а не идеальным. Как это все идеально? Я вообще считаю, что правильный коммунизм — это анархофанатизм. Другого не признаю. Что? Ну, говорит, каждого по потребностям, каждому по сексу. Каждому по сексу. Да. Ну, ебать будут, правда, тебя, а не ну, ты. Ну, я про это и говорю. Так. Что там у нас? Так, так, так. Ну, скоро за материалом я, походу, придется идти. Плавить почти нечего. Так, что ты там взял? Что-то еще брал? Да. Медные трубы. Фига чуть-чуть. Пригодятся, наверное.
Такс. День идеальный, я опять забросил в начале. Чего? А почему же начальный период СССР вполне себе условно нормальный, идейный до 30-х? Про КНДР я просто написал две страны. Одна самая известная, вторая все еще существует и номинально тоже называется коммунистической. Понятно. Блин, извини, что не дочитал, я отвлекся, похоже. Типа, читать больше одной строчки в слово. Есть Вьетнам, он тоже вроде как коммунистический. По крайней мере, формально. Вьетнам? Да. Про Вьетнам давно ничего не слышал, поэтому не могу сказать. Ну, в него Путин недавно ездил. Во Вьетнам? Да. Они не в Корею ездили? Сначала в Корею, потом сразу во Вьетнам. Там даже, по-моему, американцев сразу возбудили, сказали, что они сейчас тоже во Вьетнам поедут. Ну, хотя мы знаем, чем заканчиваются поездки американцев во Вьетнам, да, Максим? Можно я Андрея забаню, пожалуйста? Хорошо, хорошо, уже построили бушу. А его за что банить? Заебала это его манера, что он, когда надо, мы у него что-то спрашиваем, сваливает, потом возвращает, такой, ну шо вы тут? Да блин, на стримах не присутствует, все, пипи-сем. Ща, погоди. Давай я его забаню за это. Так, я вернулся. Ты куда, блядь, предупреждение отвалил? Я же сказал, сейчас вернусь. Ты не сказал. Да, сказал. В смысле не присутствует? Я что тогда... Не знаю, вот мы у тебя вопрос спрашиваем, и ты не отвечаешь. Да. Скажи, что ты тут делаешь? Короче, Андрей, чтобы искупить свою вину, в эти выходные ты едешь в Богородское. Мне за трофеями. Чего? Макс, просто поддакни другу. Я ничего не понял, Андрюш, так что сам он, типа, этот, разбирайся. Да под... Макс, поддакни другу, не будь сволочью. Да? Вот, все, Андрюша, ты едешь в Огородское на трофей. Иди квест давай. Блин, так ты уже... Андрей, так ты уже женился, блин. Кого ты наебываешь? Типсику хочется, что ли? В эти выходные еду в Казань на свадьбу. В смысле, а типа второй раз нельзя жениться, что ли, или что? Ну, как бы Андрей вроде как православный. Да, не знаю, так знать, что себе. Так, с материалами идем в следующий раз. Мысли на следующем стиле. Слышь? Ты готов в следующий день идти за материалы? Ну да, на следующем стриме. Почему на следующем стриме? Андрей. Потому. Да. Материалы нужны. Да, мне еще делать, квесты не сможешь сдавать. Это плохо. Ну, значит, надо за материалом идти. Да, пойдем. Следующий день. Да, игровой. На следующем стриме. Так, ну ты говорил про императора в Китае, приплел компартию. Так Андрей сказал, что там монархия, типа. А, я нет, подожди, я приплел, говорю, типа, как нынешняя, типа, партия относится к империи, ну, к тому, что у них империя до этого, ну, императорская семья была. Потому что подумаешь, что у тебя имеются параллели с тем, как относились к монархии и царям СССР, и вот я и сказал, ну, СССР не любили в нашу монархию. Нашу-то лично твою? То есть я тебе говорю во множественном числе, да? Да. Хорошо. Тарин, у меня может быть несколько жен. А несколько мужей у тебя может быть? Так у него и так-то, ты, да, ты да я, да мы с тобой. Ну вот. Так что и чё ты, типа, Андрей, заводишь? Главное моей не говорить, что... А то она станет вдовой. Так, короче, так.
сейчас. Подожди, а не говорить про то, что мы твои мужья, или типа то, что ты татаришь? Так, Андрей. Подробнее. Так, не написал, что женатый, скотина. Ладно, окей. Кому не написал? Андрей, блокируй ВК, выгоняй Андрея. У тебя что, блядь, жены в друзьях нету, ты что, охуел? Жена не друг. Ужас. Не говори, что так, у меня может быть несколько... Да это-то ладно. Я уж подумал, если сказать, что ты татарин, будет плохо. Макс, выбери фиолетовый квест у себя, чтобы отслеживался. А как сделать? Зайди в меню, там увидишь. Ты куда в меню? Андрей, вопрос такой тебе очень важный. А ты не хочешь со своей женой ко мне в гости приехать? Опять. Я Марине город покажу, сходим в баню, попаримся, пивка выпьем. Ты дома, ты у меня посидишь пока. А я, Андрей, если что, не знаю, типа, где гранит брать. У нас нет гранита. Ты сам говорил, что в твердой породе, дядя. Ну, ты мне говорил. Ты что-то побил там и нифига, может, какую-то другую породу надо? Вы до этого добывали, типа, этот гранит? Нет, а мрамор в твердой породе. Почему она... Почему жена не захочет, Андрей? Чё, ты же сам сказал, что она ко мне нормально относится? Или ты пиздел? Не, походу какие-то другие камни нужны, не знаю. Ты ведь можешь посмотреть с Андроки, типа, в чем добывается это? Шутка. Люрик. Вы-то едете не в маленький город, вы-то едете к другу. И можно вопрос задать? Если полмиллиона город не маленький, в какие, блядь, она ездит, учитывая, что она сама из города, который даже поменьше, чем Курск? Так поэтому мне не нравится, потому что выросла почти в Курск. Потому что она выросла из таких городов реетесно, да? Так, я так понимаю, вы в Европу из принципа ездить не будете, да? Миллионников почему? Мало так-то. Так, Андрей, нам гранит надо найти. Андрей. Прием, прием. Короче, Андрей, гляди. Приедете вы ко мне в гости в Курск. Втроем. Будем гулять по городу. Ходить в бар хороший. Сауну пить, мы с Мариной попьем пиво, тебя покормим мясом. Че, Андрюша, мясо не даешь? Потом попоим тебе медовухой. Потом да, Марина сходит с тобой в парилку, потом с тобой в парилку схожу я. Бедный Андрюша. А потом гранит можно добыть из наростов гранита в долине шепота. О, спасибо. Касимену? Да. А где долина шепота? Андрей. Карту открой, погляди, я откуда, блядь, знаю. Да, там нету. Я могу, конечно, сейчас сделать долину шептунов, но я думаю, это не то. Значит, нету, не видим.
Я хочу КНДР сгонять по приколу. Эти сказали, что не хочется. А вот это тоже обидно, Андрей. Мне правда обидно, что друг в гости приезжает. У тебя недавно был. Уже полгода как. Серьезно? Там... Ладно, 4 месяца, но не важно. Полгода там взял. Знаешь, что... Удобрение. Подожди, удобрение же можем делать. Что там для удобрения? Нет, Кофемен, ты не понял. Это ты извращенный пошляк и вообще фу-фу-фу. Мы просто сходили бы в баню, попили бы пиво. Ага, кто тебе поверит. Не трать росу. А на квест надо. Так, изначально Андрея версия звучала так, что он с женой Андрюша пойдет в баню, сам Андрюша будет сидеть дома, и Андрей сделает из Андрюша... Так, это какая-то фигня. Ну, Андрей думает, что я деньги печатаю, вот и целыми днями сижу и ничем. Ну да, ты деньги печатаешь. А что ты на работе делаешь? Ну, главное по печатке денег. Нет, Андрей, ну, я ж не прошу ко мне часто ездить. Ну, раз в полгода, по-моему, нормально. Так, ну если... Так, ну ты сам почему-то упомянул, что ты пойдешь с женой в баню, а даже будет сидеть дома. Он не говорил это? Да, я говорил это, я не отрицаю. Но ты не знаешь, что мы будем в бане делать что-то аморальное? Ну вот, мне то же самое показалось, поэтому я переспросил. Ага. Ладно. Что ты там делаешь? Ложись спать. Я там росой поливал. Поливай говном. И говном тоже полил. Чисто между нами уже какие-то тупые. Да! Да! Во! Во! Пошли за материал? Нет. Почему? Я иду попихить. Пошли за материал. Блять, опять у меня кто-то на балконе курит и мне тебя в комнату тянет. Ну, в смысле, надо мной курят, в смысле. Так, ты хотел это спать. Мы за материалом пойдем сегодня?
Андрей понял, о чем я думаю. Я просто не запипись буду. Запиши тебя потрогать, что ли? Блять, я буду его трогать за пись, он будет трогать за пись у меня, и мы одновременно будем играть в Stardew Valley, блядь. Это когда? В субботу. Это... Не рассчитывай даже, мразь. На что? За то, что я в воскресенье дропну, и ты пойдешь в персону. Не, в воскресенье будет Хардстоун. А! Стоп, а ты же сам говоришь... А, стоп, а во сколько ты в субботу едешь в Казань, Андрей? Можешь приехать? Ну, если не хочешь писать в чат, напиши мне в личку, во сколько едешь. А, да, да, я же... Ты же сказал сегодня, что в субботу в Казань едешь. Извини, Андрей, прослушал. Точнее, не прослушал, а услышал и... То ли забыл, то ли проигнорировал, то ли еще что-нибудь сделал. Шли. Блять, на меня ниндзя нападают. А ты согласись ко мне войти. А ты где? Ты чё в Казани собрался? На свадьбу? Ну, Макс, так-то... Ну, си... А зачем... Я не могу к тебе зайти, меня пиздят. Убей их! На свадьбу. Да я понял, что мы он типа на свадьбу. Хорошо тебе, кстати, отдохнуть, Андрюх. Заходи. Так, Андрей, вот скажи, для тебя днем это примерно во сколько? Просто чтобы я знал тайминги. 8 утра. О! Кредит на свадьбу взяли, блин. Это жесть. Зачем кредит? Надо было просто делать вход на свадьбу платный. Так надо же заранее оплатить, не? Андрей, а когда ты вернешься? Скажи мне, пожалуйста, примерно. Ну, через неделю, через месяц, через полгода. Так, я не помню, тут какие-то определенные типа нужно фигачить или что? Чтоб железо получить. Железо это перит, если я не ошибаюсь. В смысле перит? А, в пятницу, то бишь, ты вернешься в следующую. А, ну да, точно перит. Забавно. Андрей, а давай тогда на следующую субботу постараемся добиться. Я как раз тогда... Просто я как раз Андрей, буду... Андрей, сюда быстро! ...шесть бы... Кто вообще? Ну, типа, ты сиди. А, иду. Просто это, как раз я в субботу, наверное, если приеду, то я приеду как раз только часов в 6. И то если поздно. Тебе это уже будет как пиздец поздно. Ну, Андрей, я все равно буду предлагать 6 вечер. А не утро. Так что ты успеешь и на стадион сходить и покушать, и выспаться, и пивка дерябнуть. Да нахрена ему стадион? Он на футболистов пиздит. А не они его? Нет, он... Ты что, это ж наш золотой Андрей, что он сильный. Ага, понял. Ну, то есть, давай так, Андрей, предварительно я договорилась 6 в 7 или в 8, выбери ты. Мне лучше в 8, если можно. Ну, тогда спасибо, Андрей, заранее. Ладно, Макс, ты тоже, если что, за мои тупые шутки, извини. И ты, Андрюша, я тебя люблю, ты у меня самый золотой. Макс, ты на втором месте, пусть Андрюша. Ну все, я обиделся. В этой и кого все теперь с Андрюшей? Да я бы, блядь, был с удовольствием, если бы эта сволочь не сдавала проект, и из-за этого бы не было бы первого места заебана. Да он всю жизнь будет проект сдавать, блядь.
Да я понимаю, что на самом деле у него нет проекта, что он там все выдумал, просто чтобы со мной не играть. Какие псих-больницы могут быть проекты? Андреша! Так. Так, днем с 12 до 18 тебя на Вячеслав вроде недели веду, так. Ведь пусть придушись, но тогда... Так, Максим проклял меня, хочет, чтобы я всю жизнь сдавал. Чтоб меня сдавал кому? Меня психбольницу сдавать, что ли, всю жизнь? Макс, чтобы он проект сдавал всю жизнь, Макс. Я понял, блин, я пошутил только что. Тебе в дурку пора бы уже сдать, тогда. Ну вот всю жизнь будет меня туда сдавать. А ты хочешь, можно сказать, сбегать постоянно, да? Конечно. Че такое? А, ну, пошли. Андрей, гляди, я распроклинаю тебя. Желаю тебе, чтобы ты его сдал как можно быстрее к августу. И в августе, если захочешь, у тебя будут деньги, приехал ко мне в гости. Распроклинаю. Что такое распроклинаю? Ну ты его проклял, а я распроклял. Распроклял. Хорошо. Раз проклял, два проклял и так далее, да. Я так и понял. Эх, я ему приятные слова говорю. Нет, он мне написал, спасибо тебе, моя корское солнышко там, или еще что-нибудь. А он стобьется надо мной. Ну что над тобой еще делать? Дружить, блядь, а не выебываться. И что захотел? Смотрел я, значит ли, выходные, типа, нового безумного Макса, который не безумный Макс. А ты про что? А? Ты про фильм? Так он уже старый уже, я его лет 5 назад слышал. Ой, не, новый. Говорю, который безумный Макс, не безумный Макс. Фуриоса. Вышел в этом году. Это который, типа, предыстория Дороги Ярости. Но про, типа, это... Фуриоса, получается. Я смотрел... честно, фильм не понял. Помню, смотрел первого безумного Макса, блин. Какой же он сратый. Сразу видно, что бюджет 3 копейки был. Так у них и не было бюджета, это по факту. Ну да, вот я и говорю. Ну а подожди, а в чем проблема? Такой норм фильм. Да не, проблем никаких. Но он настолько сратенько немного выглядел. Я его помню смотрел, у меня норм был. Так, сколько у меня там мяса осталось? 12. А ты, типа, всех безумных Макс смотрел? Дорогу Ярости смотрел? Да. И как тебе? Ну, сойдет. Хотя в нем есть одна хуйня очень тупая. Какая? Очень долбоёбская хуйня. Очень сратая. Она мне не нравится, она мерзкая. Кто? У тебя ещё много энергии? Ну, и там с Мэлом Гибсоном что-то не то в этом фильме. Он какой-то там странный. Очень странный. Такой за старый. Не ебёт, то есть тебе смена актера не понравилась? Безумный Макс это Гибсон. Не ну, е... в принципе, а, нет, стоп, да, я из Тома Харди его хредовый получился, там он даже не похож на себя. Он даже, если не ошибаюсь, Дороги Ярости не хромал. Я под куполом Гроу не смотрел, я соврал, Макс. Mm. Я смотрел первую и вторую часть. И Дорогу Ярости.
Под куполом грома она специфичная, но она странно меньше всего подходит на Безумного Макса. Ну там постапокалипсис еще серьезнее стал, то что там уже на машинах даже не гоняют. Там бензин вообще кончился. У тебя много энергии? Да, он... 122, 116. А ты его еще тратишь? 112. Я все мясо съел у себя так. Угу. Нас наебали, тут тупик. Нет, тут не тупик. По бокам надо проходить. Андрей, а ты Безумного Макса вообще смотрел, и как тебе он? Говорит, каждый раз на стриме видишь. Ну, нет, Макс, давай, ты ебанутый, Макс, не путай. Не рассказывай мне тут. А Марганцову давай расфигачим и пойдем. У меня хорошая новость. Какая? Я сегодня взвесился, у меня вес меньше 92 килограмм. Я худею. Хорошо. Ну смотри, если раньше было 90, а тебе меньше 92, то... Раньше было 95, блядь. Ты будешь бить? У меня энергия кончилась. Хватит до конца. Все, можно выход двигать. Пошли. Тут выйти. Это кнопка же. А, вот, тап. Макс, ты, короче, мудак. Я-то чё? Ты взял, укрыл у Андрея шутку. А, Макс. Мудаки вы. Мы солнышки с Андрюшей. Да-да-да. Вот я был так рад... Андрюша не мудак. Я с Андреем виделся, когда в Москве. Я был так рад его видеть. Жалко, что он был не рад. Но я был очень рад его видеть. Андрюш, все, что я был не рад видеть Андрея. Да хрен его знает. Он все, весь мой приезд сходил с лицом, когда ты уже съебешься. Я даже козырь применил, за попу его помацал. Все равно он такой ходил. Мне интересно, когда Андрей в Прагу приедет. Как скоро он будет говорить, что Макс взгляд такой, будто он меня готов убить. Ну, минут секунд через 30 после приезда. Я был не рад опаздывающим автобусом. Да, все два дня не радовался автобусу. Ну, он все такой, блин, Андреевский автобус должен сейчас приехать. Ну, блин, опаздывает, Андрей не уезжает. Учитывая, что Андрей едет на машине, блядь, вообще пиздец. Жопа меня схватила на автобусной, блядь, остановке при толпе народу, чтобы поднять мне настроение. А после этого вся остановка стала подходить, хватать тебя за жопу. Что ли, или чё? Тут еще три. Блин, росы дофига надо. Нет, Кофемон, ты не понял. На моменте, когда я сообщу ему, что я еду в Прагу, Максим приедет в Берлин. Или еще куда-нибудь. Да. И давай так, Кофемен, я знаю, где Максим живет. Я могу приехать в Прагу и сделать ему сюрприз. Ты там сориентируйся тут. Ну, мне Саша поможет. Там на улице бегают злобные корги. Ты там до сих пор, что ли, лечу? Там это где? Где руда добывает.
все. Так. Остальное. Серьезно, ты до сих пор там руду добываешь? Фак, ты дебил или дебил? Ты дебил. По-моему, ты. Что сделать? Что? Это где за курятник? Где курятник? Раскладной шкаф. А как его поворачивать? А. Шкаф. Я думаю, на меди, как ты, как он сообщил тебе что-нибудь, прогул, да, что ж мог. Макс, в Уголовном кодексе Чехии есть статья за преследование? Не уверен. Максим, ты слышал забытые ботинки у Киша? Слушай, вроде нет. О чем? Чё-то меня там животным каким-то угрожаешь. Давай играть, заебал. Давай. Чё? Ходи. А что это? Я верю в чувака. Ага. Но должен буду. Нафига ты это делаешь? Я уверен. Сука. Мне очень грустно, что в сердце пусто. Все мои чувства забрал. Хорошо, когда хакаешь компьютер Андрея и видишь, что он делает. Мне не подвластна любовь моя. Что ты хочешь? Работать надо. Опасно. Давай играть в Хардстоун, заебал! Нет, Андрей смотрит. А ну соглашайся. Не, уже сыграли. Так. Я тебе просто советовал стримов 5 назад по этой же игре. Стримов 5 по этой игре? Это, по-моему, только 4-й стрим у нас. Андрей, когда мы 5 стримов в этой игре успели наиграть? Андрей, уже все сыграли, арбылать надо. А чё там со старыми ботинками-то? Что за знаменитая песня? Так, 47. Угу. Так, съем пару лет назад советовал прочитать Хеншин, так и не прочитал. Да блин, ваш типа я боюсь ваш Хеншин читать. Ясно, стример не уважает подписчиков своих, а я вот смотрю по его совету хрен какой-то. Подожди, она не хентайная, она ич. Ван, давай этот плейлист закончится, если ты еще не уйдешь, ботинки включи. Кто тут с ёбота выпадает? Ага, ты какая-то. Hey!
Не, кофемен, я реально, типа, в этом метаморфоза она, да, я боюсь ее читать. Типа, я лучше еще раз почитаю про парня, у которого 4 квадриллиона юаней, который страдает херней. Видите, как Андрей по этому, по сюжету идет? Макс, я сейчас обижусь. За что? Мы же сыграли. Давай, последний раз, и все, больше никогда не будет. Будем. Нет. Чё? Чё тебе? Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты луна безмолвно наблюдала за тем, кто всюду по пятам ходил за мной. В пустом трактире, за столом сидел я молча. Чё, видишь? Я на нищего сыграл с тобой. Давай до победы, Макс, заебал. Я уже тебя победил. Я тебя хочу победить, дай победю. Ладно, сейчас поддамся, давай. И ветер тучи сгоняя, в поле, дождь струился. Все, давай. Ты справишься. На улице валялся, не вставая. Видать, конкретно его хмель раздавал. О, вот. Решив помочь ему, я вышел в непогоду. И удивился, это был столетний день. Он умер. Мы его в сарае клали. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла на них проклятья наложили. Проиграл ты. Сказал до победы. До моей победы я сказал. До моей победы не умеешь. Вот, твоя победа была в том, что, типа, я не на ничью сыграл, все. Ужас. Эй, друг, что за горе постигло ваши края? Не угадал, что за карта у тебя была последняя. Так их новые подкладывают. Да нет, там видно. Так, если... Ты лесу выложил? Не, ладно, не леса. Так. Леса. Ага. Я увидел, где леса. Ага. А, мыша. Ропри, блядь! Крутая победа! Нет, получилось не ему проиграть. Так, ясно. Я не считаю эту победу достойной. Так, дай уже спать минимум. Да я уже спать минимум минут 10, скину тебе в дис, расскажешь потом как. Ну ты вначале смотри девушек, монстров, а потом типа этот. Вот. Так, раз уж я вспомнил про мангу, я же начал читать Гомункула. Но там нормально главтридцать переведено, но вот года 2-3 назад появился новый переводчик, перевел глав 10 и ливнул. Потом через полгода еще один переводчик появился и тоже забросил. В прошлом году появился переводчик и опять забросил, в этом еще один пришел. Вот думаю, как быстро. Так может они не дропают, может это этот, как кассета с проклятием из звонка. У меня подобная хуйня с Кориолисом. Я пытался 3 раза начать кампейн Кориолиса, и все три кампейна заканчивались на третьей игре. Все три Кориолиса заканчивались.
Прости, Андрей, у него есть опыт в принуждении переводчиков к работе. Так, что-то какая-то мысль появилась. Андрей, я с тобой общался, так что есть. Он переводчик, что ли? И да, Андрей, Не, ну давай так, я могу купить себе электрошокер. Это тут при чем? Ну буду хуячить током переводчиков. И да, Андрей, я чат читаю, так ты можешь мне напрямую спросить Максима. Максим чат не читает. Да. Да. Ладно, ну давай спокойной ночи. Поль, сваливаешь ты от нас. Сам задал вопрос, я тебе на него ответил, такой, я спать. Ну да, а ты еще от него ждал. Так, что там на выпариватель место есть? Есть. Ладно, Андрей, если ты еще тут, спокойной тебе ночи, солнышко. Люблю тебя, целую и уважаю. Ты самый замечательный человек, из кого я знаю в Москве. Гаси. Эксклюзив скрапчен. Это он типа спрашивал, чтобы я пошел пиздить переводчиков, чтобы Кофемену переводили его. Ну маму. Да. А ты не болен, что ли? О, это, гляй, да. Какая, Макс, гляй, какая у меня залупа конская. Найс. Куда прилепим? Пошли, боже. Дорогая, пошли вешать полочку. Вешай. Что-то про гребаные переводы читаю, типа, манху. Подземная Одиссея, что ли, называется? И там, короче, ну, она корейская. Вот. Ну, типа, подземка, все, как они любят. Но там парень, короче, стал властелином подземелья, даже мастер. Че? Извини, ну скажи, Андрей, что завтра персона? А, да, завтра персона. А ты там долго еще? Я спрашиваю, это был совет Икигая, ага. А, подожди, ладно, я спать ночью, завтра персона. Да, завтра персона, чё? Не придешь? Я приду, Максим. А, не, я не приду завтра, я же завтра в Властелин колец иду играть. Тебе кинули меня. Ты рассыпь 5 миллиардов, бля. У нас соль заканчивается. Значит, будем есть хуй без соли. Блин, мраморные плиты нужны. Медный котелок. Где-то такую штуку видел. Тебе в ёпки. Конечно. Нет, друзья, я сплю супа. Какая у меня смешная шутка, Макс. Смейся. Да. Она великолепна. Бля, а где может быть медный котелок? Точно не в пряже. Давай, я проверю. Ты же найди медный котелок. Что мне за это будет? Наверное, суп. Что ты сделаешь? В него насышь или что? Ну, суп я могу сделать, возможно, в него насать, но я пока не уверен. Блин, ну есть кастрюля для супа, но это не то. Это не медный котелок. Смотри рецепт медного котелка. А я куда иду? Че? А я куда иду? А, подожди, у нас есть рецепт, окей.
Нашел. Готовка будешь заниматься? Что такое? Я приготовил, пёс. Сам ты пёс. Подожди, а что ты делаешь? Очки здоровья. Очки здоровья. О, очки энергии. Пирожное из песчаного риса. Для этого песчаный рис нужен, который... А ты выращиваешь песчаный рис? Выращиваю. А, ну сахар нужен. Ну, короче, типа... Кто-то экспериментами должен заниматься. Смотри, лист кактуса, короче, молоко дьякмеля, мука, ребрышки и... А с чего мы яйца получаем? Может, пофиг. Не, ладно, давай что-нибудь такое простое. Это реально мука, молоко и лист кактуса. Так, сахара я тебе купил. Смотри, отсутствует новый рецепт для выбранных ингредиентов. Что, если вот так вот? Ну, я, короче, хз. Сковорода. Где я сковороду, кстати, где-то видел. Да, я ее ложил в сундук. Или, подожди, или пока нельзя использовать. А, нужно вначале улучшить, я понял. Ну, попробуй, короче, заняться этим. Готовкой. Потому что там экспериментировать надо, я так понял. Если давай, будет. Мак, мне нужен укроп, если что. Кто? Укроп. Где его? Ну, надо, потому что, ну, чтобы экспериментировать, мне нужно положить в котел укроп, а потом затем кошачью жопу. Два подмудника телячьих, бычьи хуи, два свинячьих. Дичь какая. А дальше не помню. Ужас. Где твой котелок? С другой стороны дома. Так, что да, повышается активность с использованием метелки. Мы получаем приготовление блюд. Больше возврат материалов при использовании установки для улучшения. О! Я тортик изобрел. Найс, что смешал? Рис, песчанику и молоко ягмеля. Найс. Надо будет типа рецептов на энергию типа на получать и нельзя сделать рис с яйцом, это игра говно. Кагура негодует. Сладкий картофель на пару. Найс. Сколько раз это надо будет? Гранит. Долина ветров. Это, которая навсекает. Ага.
попробовать. Убери да этот хоккей. Тебя я убирать не буду, тебя я люблю. Там был потерянный рай, видимо, еще и долина ветров. Да. Да я сейчас карту открыл, посмотрю. Да, да. Но я туда пойду следующим утром, походу. Зачем? В гранит добывать. Эх, нафтекай ты, Максимович. Да и ем. Сейчас вернусь. Спать надо было. А, Андрей! Ну и короче, типа я говорю, я ей пожаловался, что я один кулек допил. Типа говорю, вот сейчас второй допью, нужно будет чай покупать. Ага. Короче, у меня теперь от нее 0.5 килограмма чая из алтайских трав и 300 грамм чая брызги шампанского из Геленджика. Ох что. Ну да, я сэкономил 500 рублей. Okay.
А, ну туда надо что? Грех жаловаться. Да. Я, короче, чувак, Макс, играю. Для тебя хорошая новость. Мы сегодня последний стрим по Сандроку делаем. Можешь его удалять. Ну, я вижу, что этот гринд как-то не для меня. Как-то странный он тут. Подожди. Нету грядок, нету ничего. В смысле нет грядок? Ты же можешь поворачивать. Да, ну а где я семена тут, блядь, куплю? Ну, семена риса... Не знаю, посмотри, где ты, наверное, их можешь покупать. Грядки-то есть. Все равно, Макс, эта игра, в этой игре сельскохозяйство это второстепенная вещь. Ну, учитывая, что ты в пустыне живешь, может быть. Не, подожди, семена какие-то выдавали. Может, надо какие-то квесты завершить? Возможно. Ты арендуешь воду, и что, вернуть надо будет? Хрена тебе вода вообще? Это награда за голову. Ты знаешь, что коммерция потратил? Ты юперный театр, как ты... Ты типа греблем понять, куда идти. Знаешь, за что я тебя люблю? Бывает. Знаешь, за что я тебя люблю, Макс? За что? Вот и я не знаю. Угу. Цитата, по-моему, казах как-то не заинтересован в Сандроке, не вижу рвения и погружения. Да. У него-то нет рвения и погружения. Не, давай так, Кофеме, мне Сандрок интересен, ну, учитывая то, что в коопе вырезали нахер весь сюжет. Какой ты сюжет-то вообще? Развитие городка Сандрок, там, ну, это... А мы чё делаем? Геноцид ящериц. Штейн нельзя. Штейн, что ты
Ты там кого на бабки разводишь? В смысле? Ну, не знаю, с кого-то бабки получил. Значит, развел. Обычная футболка с ламой. Понятно. Блин, а тень. Да, ты не прокомментировал, не зачитал, никакого знака не дал. И что, на это обижаться надо или что? Иногда не все сообщения получается прочитать. И да, я знаю, есть некоторые стримеры, которые все читают сообщения. Я к таким не отношусь. Я этим не горжусь, но, типа... Бывает проблемно. Сейчас вместе с арбузов, что ли, еще? Мясо кончится. Эх, Максим. Что? Хороший ты человек. А положить. Не обижаться, а просто понять, что нет смысла тратить на это время, пойти чем. Токсичненько, токсичненько. Могли бы поддержать стример? Ты молодец. Вот, ты молодец, Андрей. Короче, какую-то ловушку поставил. Тавальный конкурс? Ты меня, что ли, вызвал? Да, давай, батлета, сучка. Вот хелл. Че там, стрелочки надо нажимать? Или ВСД. Интересно, они под королев шута танцуют, конечно. Эй, я ж нажал. И че вы тут танцевали, блин? Пошли в Very Hard. Чё? Ты ж танцевать не умеешь. Какой смысл? Занимаешься, знаешь, что и ты поддерживаешь сообщение, зачитаешь. Токсик, токсик, кофемат токсик. Тут появилась стрелочка налево.
Блядь, тоже непонятно. Да, бля, он не нажимает иногда. Сбила. Сука! Коска! Порвали нас. Да. Выебали и высушили. Ты можешь исковеркать сообщение, что оно поменяет смысл. Тут я с вами не согласен, нет. Кофемен, кофемен. Токсичти, токсичти. Мне что, все равно поддержать стримера. Ну, вот токсичти. Ты чё, Эйнштейн? Чё такая собака? Радуешься? Бутылку спёр. Для супа. О, магнит. Фига. Блин. Что нам надо? Магнитный плит. А, нет, тонер. Нет, все нормально. Какой максимум? Чем? Да все. Все. Соревновательный значок. На них что-то покупать могу? Предлагаю в замену Сандрока взять китайский кеншик. А что там с этим китайским кеншиком? А он коопный? Уж не коопный, наверное. Ну, знай, кофемена, он 100% не коопный. Ну вот, а что за прикол тогда вместо Сандрока? Ну, что мы и прикол, чтоб меня не было на стримах, Максим. Ты-то что токсичишь? Это киллер фича для кофемена, а мы отсутствие на стримах. Там всех победил на танцевальном конкурсе. Сука! Что у тебя там? Я почти победил чувака, но он это решил меня ударить. В смысле, тебя решил ударить. Давай скажем, что коопный, а ты потом удивишься, что он оказывается не коопный. Фу, для любви. Ну да, иди, я тебя победю. Я хотел сказать кофемен, так Максим же перед стримом протестит, да, запустит, проверит, но потом вспоминая Макса, нихуя он это не сделает перед стримом. В смысле, я иногда
Типа, могу запустить протестить, но редко. Же не надо без... Без негатива, Макс, если что было. Ага. Без негатива. Так, чё там? Ей, я набил ему морду! Ну ты там морду набил. Ну одному из, из полицейских мест. Зачем? Таков путь. Дичь. А салон голубая луна всему виной. Че, Кофеман, последнее время что-нибудь смотрел, что-нибудь играл? Да. Он что-нибудь смотрел, что-нибудь играл, все верно. 8. Блендер есть. Там для изготовления ювелирки. И что? А, ушная поварская станция. Так, что еще на 23 осталось? Угу. Остальное не сегодня. Китайский кенши. Ну, просто кенши, он не своей механикой как таковой. А типа, своим миром. Ну, там мир прикольный. Ну, на самом деле, за боем прикольно было следить и так далее. Но как бы он очень душевный получился. Я что-то не уверен по поводу китайского кенши, потому что там что-то такое будет. То есть там не будет той упоротости, когда за тобой бегают эти роботы и кричат: «Чувак, нам только твоя кожа нужна, она нам, типа, нужнее, чем тебе». Спать идешь? Я тебе мясо добываю, между прочим. Не. Ты же кричал, плакал, что мяса нет. Ты вообще еду должен, типа, красиво готовить. Я вот мясо принес. Пошли спать. Мясо ты. Наше. Так, будет там фекальные пытки есть. Это как? Это тебя не дают какать? Или тебя заставляют много какать, или что? Ну, заставляют много какать. Там эти... человеческая многоножка из Южного парка. Где ты там, солнышко? Я тебе зачем? Да стой ты, блядь! Что? А, не... Нельзя, я передавать нельзя, к сожалению. Положи в сундук. Да я вру, подожди, где ты? Сундук переполнен. В смысле, сундук переполнен? Иди сюда, стой ты! Да что я стою? На тортик, Вань, забери тортик! Как тебе его заберу? Макс, а знаешь, что я несу? Не знаю. Иди сюда. Я несу тортик. Неси тортик сюда. Смотри, вот тут есть ящик. Он твой личный. Да? А ты туда ничего не можешь положить? Нет. Черт, зря я его прятал. Макс, что ты несешь? Я несу тортик. Тортик. Блять, я бы тортик бы сейчас заховал на самом-то деле. Вполне. Мороженое, наверное, будет лучше. Не, я именно что-нибудь типа Наполеона бы или Медовика бы ебанул бы сейчас. Нафига. Ну, он вкусный, жирный, хороший. Ужас.
Прям как ты, только жирный. Ты не жирный. Я не жирный. Я диетический. Ага. Надо где-то росы много добыть. Профессиональная мастерская в работе. Ой, давай тебе фекальные пытки проведем. Давай тебе. Ну, давай вместе. Будем сидеть и весь стрим слушать Тимати. А я думал, Крида или... Че там вчера было в Baby Maybe? Это кто? Я и, блядь, Макс... Я даже не запомнил. Как бы моя это память меня любит. Она мне закрыла этот раздел воспоминаний. Моя невеста, ты моя невеста. Это ты Крида поешь, да? Да. Андрей, типа, знает Крида. Ну да. И что? Макс, блядь, он в свое время чуть ли не из каждого унитаза звучал. Не знаю, из моего унитаза он не звучал. Потому что ты уже в Европе, блядь, жил. Тем более хорошо. У вас там всякие ЛГБТ-радужные гачи-фирсы пели. Ага. Учитывая, что гача больше всего популярна была в этом, в России, то... Вообще-то в Японии, а потом уже в России. Гачи была... Там у них гача. Да, 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 я про Билли Херкина и Ивана Даркольна. Гачу ты вообще слышишь, что там это было популярно? Макс, ты что, и гачу вообще в Японии придумались? Ага. Хорошо. Моя невеста, ты моя невеста, Максим, снимай трусы. Мне с тобой так повезло. Это ты так со мной разговариваешь, да, Макс? Да. Ну, поднимай тему. Я тебя анус, блядь, подниму. Про Крида как бы поговорили, я такой сказал, ну его нахрен. Ты слышал, что теперь, оказывается, в корпусе смерти Крига тяночки служат? А в чем проблема? Ну, как бы, нахуя? Ведь негатива к тяночкам, ну, блядь, корпус смерти Крига — это клоны. Ну. Зачем делать несколько паттернов, если можно сделать один паттерн? Макс, давай так, без негатива к женщинам, но с точки зрения именно вот боя и так далее, мужской организм чуть более к этому приспособлен. Ну, там специфика может быть другая. Как бы, типа, их же генетически не обрабатывают, как оставаться, поэтому я не вижу проблем в том, что... Вот, а в том-то, что они, типа, зачем-то фигачат в Кустодес, типа, женский персонаж, это уже вопрос. Макс, давай так. Мужской организм тупо эффективнее, если просто нужно клепать толпу дарапашек. Ну, там все равно другое, пускай они клоны, типа, все равно специализация может быть разная. Может, им нужны пилоты какие-нибудь, еще что-нибудь. Так же, не только, типа, бегать с сапёрной лопаткой херачиков. Стоп, а они, криговцы что-то другое делают? Ну, они еще и из артиллерии стреляют. Еще окопы роют, я знаю. Окопы роют, да. Воды недостаточно.
Я не знаю, тут бесконечно уже поливаю какое-то растение. Кофемен ушел. Так он давно уже ушел. Профикальный путь еще написал. Когда-то. Когда. Просто я смотрю, уже зрителей нет, я такой. Значит, ушел. Давай заканчивать тогда. Да ладно. Как раз 11. Один. Еще один день. Вот, ну давай. Мое ты. Танцевальный конкурс, иди танцуй. Моё ты выручское солнышко. Ты выручка. Мах, я свою страну люблю. Угу. Какую? Российскую империю. Угу, хорошо. Вранье? А, во, появился. Так, типа, показывает один зритель. Ну, чё-то сидишь, ничего, типа, это... Не пишешь, а я такой, типа, повернулся к чату, такой, думаю, с кофемена пообщать. А кофемена нет. А, то есть со мной ты, блядь, общаться не хочешь, я тебя правильно понял. Ну ты меня странными именами называешь. Названием. Ну а что, тут сексист Андрей, разговоры про Фигда вообще. Слышишь, Андрей? А, не, а в каком месте сексист? Просто интересно. Ну, говорят, женщин планировать нельзя. С точки зрения воинской службы бойцов? В смысле, ты воду тратишь? Ты где семена взял? Купил. В смысле, купил? В смысле купил? Блять, Макс, покупка семян, когда ты приходишь в магазин, даешь деньги, а тебе дают семена. Ну, если ж. Блэк. Так, типа, Кэтмен, вот поднимай тему какую-нибудь. Мы знаем, что Андрей, к примеру, ГВ не возьмут. А меня в этот, Wargaming не возьмут. Я бы не пошел бы. А меня Wargaming не возьмут. Потому что ты не играешь в тунчики. Подожди. Ты что, вырастил денежное дерево, что ли? Я живу. Где ты столько росы взял? Я из воды сделал росу. Вот хэл. А, реально деньги выросли. Я, значит, старался там, делал. Ну чё? Такс. 2000 в рамках Cooking Stream. Оу. Было бы с вами Cooking Stream, Кэтмен? Что, Макс? Да я у Кэтмен спрашиваю. Был на последний Кэтмен. По-моему, не был. Ну, я не уверен. Может, он его луркерил, допустим. Ну, ты луркер, бля. Да там вообще что-то мало людей было. Ну, давай так. Были я и разработка, которые радовались, что у тебя что-то получилось. Радовались, что у тебя получились это пельмени вместо Боузы. Да, давай, не надо мне тут. В смысле, мы только что... только что с дерева собрало 200... 510 монет, и ты их уже на воду потратил. Ух, хрен.
Ты только сегодня узнал, что он был? Значит, я специально за несколько дней сделал объявление, а потом еще в день сделал объявление, а ты не проверяешь? Я вот для тебя, типа, очень часто объявления делаю. Даже если вот остался час до стрима, но вот сделать объявление, чтобы кофемен знал. Макс, у тебя кубик рядом есть? А? Надо на кухню идти. До 20 у тебя на кухне? Да. Я ж роляю постоянно на готовку. Так, а ты чё там, готовкой больше не занимаешься? Я. Бисквитный торт с песченикой. Чё делает? Очки энергии 2 каждые 2 секунды в течение 30 секунд. А не полагаю этим. Это я вот, это наш... Да, ну для этого рис нужен. Угу. Так, подожди, а ты говоришь, что в сундуке места нет? Серьезно? О, да, реально здесь. А как его улучшать? Там стрелочка вверху. А, да. Что там понадобится? Волокнистая сетка, крепкие деревянные доски. Волокнистая сетка. Эх, я ребрышки барбекю изобрел. Найс. Волокнистая сетка. Вот так, как. What the hell? Такс. Может, мы рецепт не знаем? Хрен его знает, но в пряже он не делается. В обычной тоже не делается. А где он делается? Там же написано, что он дропается с монстров, Макс. Волокнистая сетка? Да. С каких? Заброшенные руины станции Гека. Квест давай. Иду. Так, заброшенные руины станции Гека. Макс. Что? Так, ты когда ты пирожечку готовишь, ты какой температуры молоко добавляешь в это? Еще раз повтори. Когда ты пирожечку делаешь, ты какой температуры молоко добавляешь? Это вообще без разницы. Ну, то есть холодильника, наверное, да? Ну да, из холодильника, чё? Просто я, типа, мол, наткнулся на шорсту, что там мужик гнёт дичь, то, типа, надо добавлять именно теплое молоко, или а то картошка получится говном. Это, типа, по типу Игоря, который, типа, в борщ надо уксус добавлять. Это все не так. Ну вот смотри, Андреши, ты не поленился написать, а мне даже не пытался. Каким стрим? Так не, подожди, Андреши я не зову на стримы. Я у Андреши все, тогда спрашивал, типа, он что бы посмотрел, МТГ или Хардстоун? Порно. Да, с ним-то все понятно, что он бы порно посмотрел. Надо было. Так, нужен гранит. За гранитом надо ходить. А, станция Гека, подожди.
Это туда, куда мы добывать ходили. Но там... Там же монстров нет. Древние детали с мелкими отверстиями. Источник. Не, там походу что-то убить надо было. Но нам, короче, типа сундук надо улучшить. Да. Но это уже завтра. Окей. Будет на следующий день. На следующий стрим? Ну да, наверное. Вы 50 играешь. Что, Максим? 2.50, говорю, играли. Давай еще, ладно, 10 минут. На следующий день давай еще. Еще 10. Я на станцию Гека пошел, попытался бы понять. Давай завтра сходим на станцию Гека и закончим. Давай. Потому что там надо поискать этот волокно. Сетку там. Волокнистую сетку. Так что надо понять, типа, может там что-то покупать надо, не? Вот, кстати, по поводу Cooking Stream, я вот не Андрей, не Андрей не писал. Ну так, я-то и так знал. Было бы странно, если бы ты мне писал. Че я иногда тебе пишу? Обычно ты мне пишешь, кто-то такой, хватит что-то писать. Не-не-не. Хватит звонить. Я принял награды и заработал вам чуть-чуть денежек, больше 10 тысяч. Нормально. Просто давай так, расскажите забавный момент. Какое? Короче, вот у Артёма в понедельник написал, ну это давно было, это не на этой неделе. Угу. То к нему приезжают там родственники, и поэтому в пятницу стрима не будет. Ага. У него спросили я, еще один модератор, один, это два или три випа. Будет ли стрим в пятницу? Я такой, а ты где это писал? Он говорит, дядя, ты этот пост, что я писал, что у меня не будет стрима, лайкнул, блядь. Ну, в смысле, он написал расписание стрима, я его лайкнул просто на автомате. Пошли спать. Ужас. А ты, кстати, все награды принимаешь эти? В смысле? За которые дают за всякие достижения. А, ну да, иногда да. Вот так и тут, Макс, никто не смотрит анонсы стримов. Ну и стримы никто не смотрит еще. Я смотрю. Где? Это замечательный. Я собрал 255. Там, кстати, я ловушку поставил, и туда нужен сахар и рис. Не, рис... А, рис и червяки. Рина вот знает, где что из этого добывать. Ага. Пустынный гриб. Рыбочек. Так, 12 мяса только с собой. А у Андрея торты есть. Кроме его недели. Смотри, Андрей лайкает анонсы у какого-то другого стримера, а твою не лайкает. А, он лайкает, блин, мои анонсы. Говняшками. Так что, чё он там лайкает у других стримеров, не знаю. Что ты там у других стримеров лайкаешь, а? Макс, это Артём. Я с ним вживую пьянствовал, с тобой я вживую не пьянствовал. Ну, зато ты со мной пьянствовал через Discord.
на стриме. Да. Это много видели. То есть доказательства того, что вы с ним пили, нету. А со мной есть. Есть фотка. Блять, не слитки упадают. Ты уже побежал, да? Да, соглашайся. И давай так, я у того какого-то, блядь, стримера в ВК модератору. Максима я в ВК не модератор, так что нихуя лайкать в ВК не буду. Угу. Готов, нажмешь? Так что сделает меня Максим модератором в ВК. Так, модератор готов, нажмешь. Нажал. И еще тут а ты веришь, что это нужно именно тут? Может, это нужно пиздиться снаружи? Не знаю, там покинуть станции Гека. Вот тут что? Тут нифига. Тут рожок моряка и золотой орел. И еда. Лекарство от теплого, короче, теплового удара. Ну, энергетики своего рода. Ага. Так. Вот, допустим, вот эти вот штуки, чё? В силовых камнях могут быть? Да вряд ли. Ну, согласен. Ну, блин, по-моему, все добывали, потому что я, типа, серьезно. КЗ. Ой, ты такое. Макс, а знаешь, кто тебя простит? Кто? Тебя проститутка, потому что она в душе добра. Кто? Проститутка, проститутка, ой, проститутка. Ужас, Андрей. Что не так, Макс? Нормальная шутка? Хорошо. Могу поддержать. Хорошо. Уже может. Подожди, а на чё тут подсвечивает? You? На F. А на F. На pay respect. Эй, вот этот ёбаный мифичик. А я статую богини нашел, походу тебя. Ну, это еще богиня. А, блин, подожди, все, вот тут можно больше. Тут что было? Что я только что добыл? Вот ха! Баносный диск, да? Я купил пиво под названием «Прохладная история», Максим. И как? А, стой! Я нашел одну лакнистую сетку. Они реально это, вот эти вот желтые точки. Одни из. Ну ладно, продолжай. Я сейчас погляжу, может, я тоже нарыл. Я же тоже по этим желтым точкам бегаю. Не, я нашел. Я нашел этот, как говорится, статую богини, блин. Пою, походу. Тут по большей части, да, всякую лично хочешь там. Модель штурвала корабля. Как выбраться? Выпустите! Макс, давай, короче, чё? В субботу что-нибудь у Клопковича возьми. Ч?
черт, что в субботу сделал? Ты мне про эту спрашивал, но я тебе отвечаю про следующую. Возьми что-нибудь от Лобковича. А. Ладно. А зачем тебе отпал? Мне нравится, название. Но у меня будет то ли в понедельник, то ли во вторник Лобкович. Я взял себе того ёбжика, что я тебе говорил. Пиво с ёбжиком. Ужас. Потому что ёбжики милые. Расширенный набор инструментов. Что такое? Я, кстати, сейчас посмотрю чувака. У него белорус, он делает видосы с мира по пиву, где рассказывает про пивоварение в других странах. Короче, если поглядеть историю пивоварения в какой-нибудь там Нувади, обычная история пивоварения начинается с фразы «основана немцем», «основана отмечанином», «основана французом». Но? То но. А ну ладно. Потому что они вино варили. Не, ну я в том смысле, что типа, мол, почти все такие вот пивоварии, которые сейчас типа известные азиатские, они основаны европейцами. Тот же, вот тоже помнишь, я тебе о Цундао вчера там, допустим, говорил? Китайский. Основные европейцы. Во Вьетнаме главные две, обе две главных пивоварни основаны, по-моему, немцами. Везло немцев. В китайской провинции Тайвань тоже основана, только там англичанами этими. Оккупационная администрация, вот. Которая тогда была в 19 веке. Так, где мне игра? Я нашел вот низкую сетку только одну. Их надо 10 нашел. Я ноль нашел. Для понта его подбросили, типа. Мне, кстати, очень понравилось, кто это. Какая сейчас, кстати, ситуация по алкашке в этом. Как раз вот в этом. На Тайване, Максим. Где? На Тайване мне очень понравилась, какая сейчас ситуация по алкашке там. Какая? Ну, чтоб ты понял, до 2000 какого-то там года была государственная монополия на все, на алкашку, сигареты, не понял. А потом, когда они типа вступили в ВТО, они вот эту корпорацию государственную, которая производила алкашку и сигареты, отделили, назвали там типа, мол, тайваньская сигаретно-ликерная корпорация, как-то так она называется. И она вроде как теперь сейчас там свободный рынок, все дела, но она все равно занимает где-то 80% от потребления алкашки и всякого такого. Так, идем дальше. Давай, иди. В России тоже много немало основывали европейцами, не пивоварни, думаю, хотя не проверял, но заводы разные там, так что не особо удивил, много где много чего основывал. Дай мы лишь бы что-то основать. Не, ну давай так, Кофемен, по факту главный пивной бренд в России основан европейцем. Основа? Ну, завод фон Вакана, который сейчас производит Жигулевская, самая правильная, верная и так далее. Это же вот как раз эта фамилия австрийца, который основал завод. Ёба. Идя. Пустите меня! Не, ну так-то да, европейцы ходили. Европейцам нравилось делать бизнес, так скажем, там, где конкуренции поменьше. Где рабочие силы дешевые. Да.
Ну хоть давай там, в 19 веке на самом-то деле и в Европе да, рабочая сила еще не была сильно дорогой. Да там в 19 веке в Европе был шанс, что сожгут. Кого сожгут? Зачем сожгут? Завод. Вниз? Не, пока нет. Или ты там все это изучал? Я там большое поле. Че? Я ничего не зашел. Ты видишь, что ли? Сейчас, подожди. Я только что две точки проверил. Вон одна есть. Все, давай. Вот как раз вниз-то сетка была. Ты чуть не ушел без нее. Слышь? Теперь их три. На самом деле не Андрей, потому что он отказался от лута. Давай так, так-то у нас и русские купцы что-то основывали, производили заводы, проходы и так далее. Не только немцы всякие, с французами у нас что-то делали. Если бы у нас ничего не основывали, было бы типа странно. Ну да. Все-таки люди с деньгами в России-то есть. Ну, тогда я имею в виду были. Ну, чтобы... Эшер. Ржавый робот, деталь 3. Ёба. Эйнштейн нельзя. Эйнштейн можно, я разрешаю. Нельзя.
я говорю, что не так. А толку, если это последний стрим? В смысле? Не, я... Мы уже передумали, все нормально. В смысле? Ну, это, возможно, последний стрим. Но я этот... Да. Не сдающийся. А Штейн? Что, было что-нибудь? Что забрал? Да, там было, но нихуя полезного. Ну, в смысле, учитывая, что нам в полезном сейчас это только волокнистая сетка, условно. Ну да. Нажимай. А, я думал, вот лифт. Я тоже. Обманули. Наебали. Наебало. А. Я бы когда-нибудь хотел бы съездить в Самару и попробовать, типа, мол, прям жигулевская странность, типа, Максим, знаешь, типа, мол. У вас же тоже есть такие же, я думаю, легенды и так далее. Типа, там я вкусное пиво, только-только стеги, блядь. Только-только вот на, то есть не стеги, а этого. Я забыл, как бродильного бака, короче. Я не слышал такого. Что, стеги, типа, да? Мол, что... Ну, не стеги, а в смысле, вот когда только завод сварил, все равно тебя в кружку налили, пьешь. Заебись. Ну, я не знаю, там... Только... О, еще одна ткань. По-моему, игра меня рофлит. Реально не админ. А, я нашел волокнистую сетку. Сколько у нас? 5 получается, да? Я движок, блин. У меня 4, да, если у тебя 1, то 5. Половину нашел. А у меня... Да, у меня 1. Войти в таинственную комнату. Ну что, домой уже? Нет, подожди. Таинственная комната. Ты еще можешь пойти. Ну что, лут какой-то. И там волокнистая сетка. Не знаю, там... Шедевр космической станции Альтаир. Лучше бы там Стардью погнали, или там еще более удачные клоны, чем это. Жопа Стардью. Ну давай так, Максим согласится скорее, что, блять, я не знаю. Ну, короче, Макс согласится на все, чтобы не Стардью. Только не Стардью. Да и... Ну давай так, Кофемен, у тебя чей Steam? Если не русский, можешь глянуть? Карл Айленд, есть кого? В Карл Айленде есть кого принять? Ой, вы в Карл Айленде. Штейн! Ты у меня по жопе получишь. Подожди, потом воду налью. Мы уже почти закончили. Так, на выход. Да. Всё, сейчас спать ложимся и попьёшь-то, Эйнштейн, не ссать. Нечем ссать, не попил, потому что. Стэн хочет пописать, но нечем! Нечем. Да. Блин, че, в следующий раз тоже придется туда же переться. Макс, ну давай так, Лайон, он реально более многосторонний, чем торгивали. Ну похрен, мне вот эти вот игры в печеньке сидят. Ну они классные, Макс. Так, в следующий раз Планет Крафтер, да? Нет, Сардью. Какой нахрен Сардью? Сандрок, не переживай, не надо. Забросить сандрок хотел. Ну я что-то сейчас с тобой поговорил, поиграл, что-то немножко перехотелось забраться. Так, ну ты хорошо там подумал. Я подумал, смотри. Давай так, если мы будем играть в Fallen Crafter, я тебе скажу минимум за 2 дня. Хорошо. Такой отец тебе устроится? Ну, у меня-то он установлен, я вроде его не удалил. Глаза. Чё? Спать? Я вам уже вещи не вмещаются. Так.
что тут такого левого есть? Вещи оттуда забирай, типа, которые, типа, носить там в жопу их там. Типа, не используем, тогда удаляем. Макс, ложись спать. Жи. Я тебя зачищаю. Не надо ничего удалять из лута, Максим. В смысле? А что я с ним буду делать? А, если ты про всякие шмотки, шмотки удаляй. Штейн, нельзя. Эйнштейн можно. Так что не будет стрелять в этот пойдем в Планет Крафтер. Что? Планет Крафтер. Почему? Вместо Stardew Valley именно. Stardew Valley Андрей играет с Андрешей. Вот. Так, все. Как тут выйти? Вернусь к игроковому лобби. Так, ну все, стрим. Давайте. Всем спасибо, кто смотрел. С вами были Макс и Андрей. Да, спасибо, что пришли. Да, смотрим вас в жопу. Спасибо, что пришли. Давайте. До скорых встреч. Всех целую. Пока-пока. Макс.